назван первый регион России, где полностью откажутся от бензиновых машин. Volvo назвала срок отказа от двигателей внутреннего сгорания. Великобритания запретит автомобили с ДВС в 2030. Глава марки Volkswagen объявил, что будущее электромобилей будет новые двигатели все быстрее. Назван первый регион России, где полностью откажутся от бензиновых машин. В Европе останутся только электрокары Fiat и гибриды. Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с традиционными моторами к 2030 году. Вашингтон запретит бензиновые автомобили уже в 2030 году. По отказу от автомобилей с ДВС в 2035 году. В нем предусмотрено Япония запретит продажу автомобилей с ДВС через 15 лет. Если к 2025 откажется от бензинового двигателя, не будет Швеция в 2030 году. Спасибо, конечно, но больше я этот бред слушать не хочу. Кто за мной наблюдает хотя бы какое-то время, тот знает, что к идее электромобилей я отношусь очень скептически. И когда я слышу какую-то браваду по поводу экологии, зеленых, белых, голубых или каких там медведей, всегда на это смотрю с ухмылкой. И, судя по всему, настало время рассказать, почему же я так считаю. Ведь сейчас же очень популярно мнение формата типа «Ты что, окрашенный? А как же наши детки? Они же будут жить в мире будущего и задыхаться! А на завтрак будут есть пластиковые бутылки! Они будут плакать, есть бутылки и задыхаться! Такого ты будущего хочешь для своих детей, ты? А глобальное потепление? А карбонатовый след? Или какой там след? Я хуй пойми на самом деле, какой там след, но я точно знаю, что это очень-очень важно. Сука! И вот подобного бреда существует еще 84 вариации, которые постоянно произносят москвичи и петербуржцы, попивая свой органический кофе из перерабатываемого стаканчика. И только Челябинск и Норильск, которые вместо сигареты прикуривают выхлопную трубу химического предприятия, такие... Давайте, расскажите нам про экологию, ребята из инстаграмов. Ага. Жоп только не забудьте к посту прикрепить. Хоть какая-то польза от вас будет. Так вот, любимые мои, само собой, я над этим мракобесием ржу не просто так. В мире ничего случайного не происходит, и у всех вещей есть своя логика. И я пока заеду, заправлю полный бак моего любимого высокооктанового бензина и спалю его с превеликим удовольствием. А вам рекомендую заправиться едой как следует. Новая картавая история будет увлекательной. И вот, что вы сегодня из нее узнаете. Как и почему паровые автомобили и электромобили с разгромом проиграли войну с ДВС? И почему про альтернативу никто не вспоминал на протяжении 100 лет? Как религиозные фанатики и фармацевты из аптек повлияли на энергетическую промышленность? Каким образом таинственный газ убивал людей на производствах GM? И почему на лючках бензобака написано только не этилированный бензин? Как несколькими словами можно обрушить всю мировую энергетику и вызвать глобальную панику? Каким образом бензин и выхлопные газы уничтожают человечество? И спасут ли нас электромобили от глобальной экологической катастрофы? Ну? Зачем пришла ко мне? Машину хочу купить. А что с ней было, непонятно. Мало ли порчу какую-нибудь навели. Или с глаз. Может, вы в своем этом астрале посмотрите? Посмотреть посмотрим. Но духом плата нужна. Ты денюжки достань, сюда положь и глаза закрой. Вижу, вижу.
Мчится по дорогам жеребец твой металлический. Но пробег разглядеть не могу. Астрал не пускает. Еще плата нужна. О, 700 136. Что 700 000? За сеанс? Это что-то происходит? Чудо! Да я только машину хотела проверить. Вот так? Проверить? Намного же быстрее и надежнее купить отчет автотеки. Так, понятно. Давай, давай. Ты на выход. Автотека – это сервис от Авито, который позволяет быстро проверить историю интересующего автомобиля. Ты вот какую машину ищешь? Nissan Qashqai. Тогда просто открываем приложение Авито и ищем здесь все подходящие экземпляры. Здесь мы, кстати, сразу можем увидеть, какие объявления размещены собственниками, которые подтвердили, что это их машина, и какие автомобили продаются по рыночной цене или по цене чуть ниже рынка. Для этого вот у Авито есть специальные подсказки. Так, вот, кстати, довольно интересное объявление. 18-й год, пробег 64,5 тысячи. Неплохой вариант, но перед личным осмотром лучше все-таки посмотреть отчет автотеки. Не вот сюда посмотреть, а в отчет автотеки. Открываем отчет и видим все общие сведения про авто. Вот тут ниже находится информация про владельца. В залоге не находится, ограничений нет. Да и всего один владелец по ПТС. Пока все устраивает? Да. Ну, отлично. Тогда листаем дальше. И видим историю эксплуатации, где видно, что было установлено дополнительное оборудование. В объявлении собственник указывал, что устанавливал паркетроники и подогревы. И плюс еще вот тут, рядом со всеми отметками о прохождении ТО, видим соответствующий пробег. Последнее регламентное ТО было в начале года, и все работы проводились у дилера. И да, еще ниже мы видим, что это первое размещение авто на продажу. А если спуститься еще ниже, то можно будет увидеть график, построенный на основании этих данных. И тут он ровный, на нем нет провалов, а это один из признаков достоверности пробега. Этот вариант вполне можно посмотреть, поэтому я тебе сейчас скину ссылку. Звони продавцу и покупай авто безопаснее. Мне чуть больше 20. Я хочу войти. Опять не та интеграция. В целом, если встать в позицию автомобилиста и смотреть на ситуацию вот, ну, только с этой стороны, то у нас в России можно вообще на все забить. У нас пробки-то от электрочайника вышибать перестало там буквально несколько лет назад. И то не во всех регионах. А расстояние наше вы видели? Оказаться где-нибудь посреди леса, где единственное отверстие, куда можно засунуть штекер зарядки, это твоя задница, это так себе ситуация. Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Электромобиль, как развлечение для столиц или Европ, пожалуйте, упарывайтесь как хотите. В столицах все равно уже все землю и так под ногами потеряли. В центре вон для велосипедистов велодорожек везде нарисовали. Говорят, что велосипедисты тоже люди. Сумасшедшие же, говорю. Да и откровенно говоря, с нормами евро у нас не сильно торопятся. И вообще не так переживают по всем этим вашим экологиям, как там в Европе, например. По идее, можно просто забить болт, сказать, что вы там, конечно, как хотите, а мы тут на бензине с газом себя отлично чувствуем. Медведи у нас и так тут все грязные, никто не переживает. Так что идите сами себе и суйте в розетку все, что вам под руку там попадется. А нас не трогайте. Мы православные и с бензином, идите в жопу. По идее, можно было бы вот так сказать. И все, рассказ окончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новую картавую историю. Будет еще более захватывающий материал. Но, как ни крути, мы с вами участник глобальных процессов. И когда все концерны полезут в двигатели, которые будут работать на электричестве, на переработанных экологах или на белой магии, нам от этого не отвертеться. Под нас специально никто ничего проектировать не будет. И у нас по итогу будет вся та же самая продукция мировых брендов и Lada Niva Travel. Lada Niva Travel, она как Ленин, всегда с нами и очень сильно хочет в землю. Поэтому то, на чем мы с вами будем ездить в ближайшей перспективе и всю оставшуюся автомобильную жизнь, будет зависеть от зарубежных автомобильных компаний и от глав различных государств. И решается это прямо сейчас. У всех вещей всегда есть логика. В простых ситуациях она
очевидную. Например, не сувать руки в трансформатор очень логично, если ты хочешь жить. Засунешь руку – убьет. Не засунешь руку – умрешь потом как-нибудь по-другому. В сложных ситуациях или в глобальных вопросах логика не всегда очевидна, так как на шахматной доске очень много различных фигур, но она там всегда есть. Поэтому, чтобы нормально разобраться с ситуацией, я полез искать логику с самого начала автомобилестроения. И первый вопрос, на который мне нужно было найти ответ, почему на заре автомобилестроения победил именно ДВС? Ведь были же электрические автомобили и автомобили на паровых двигателях. На моменте начала автомобилестроения, типа там 1900-е годы, все машины стоили одинаково. Одинаково, ну хуйня, это важно. Но уже в 1910 году самым дешевым транспортом из всех был Ford Model T. А в 1917 году конкурировать с его ценой было просто невозможно, потому что автомобиль стоил в несколько раз дешевле, чем все остальные конкуренты. За это, само собой, спасибо нужно говорить дедушке Генри Форду и его методу конвейерной сборки. О его конвейере и о том, как начинался вообще Форд, мы и говорили в документалке про Детройт. Посмотрите как-нибудь на досуге. Вполне возможно, что если бы Форд уверовал в паровые автомобили или в электрические, то современный мир у нас выглядел совершенно по-другому. Но история сослагательного наклонения не терпит. Случилось так, как случилось. И от себя могу добавить только: храни тебя Господь, Генри Форд, за то, что ты уверовал именно в ДВС. Надеюсь, ты там в раю летаешь на каком-нибудь V12. Ford Model T появился в 1908 году, как мы уже с вами, я надеюсь, знаем. И изначально сборочный процесс одного автомобиля занимал всего лишь 12,5 часов. По меркам того времени это практически мгновенно. И через два года, в 1910 году, уже было произведено 12 тысяч живых экземпляров, которые уже ездили по дорогам общего пользования. К этому времени, к 1917 году, производственный процесс Форда был просто недосягаем, так как на тот момент сборка одного Ford Model T занимала уже чуть-чуть меньше времени, чем 12,5 часов. Вместо 12,5 часов, это 750 минут, сборка одного автомобиля составляла 93 минуты. Как вам такое в середине 10-х годов 20 века? Как с этим конкурировать? К моменту 17-18 года каждый второй автомобиль на дороге — это Ford Model T. В 17 году Ford перестал закупать хоть какую-либо рекламу для продвижения своего автомобиля, так как зачем? Когда у тебя половина потока — это все один автомобиль, а остальные автопроизводители — это все остальное, смысла в рекламе вообще нет. Все и так про тебя знают и хотят купить, потому что половина потока — это весомый аргумент для покупки. Такую популярность, само собой, модель получила из-за цены. Когда у тебя настолько эффективное производство, что от кучи болтов и гаек до готового автомобиля проходит всего 1.5 часа, себестоимость готового автомобиля не сильно отличается от себестоимости всех комплектующих. А комплектующие будут стоить копейки, если их закупать большим объемом. И вот объем у Форда был. У Форда был такой объемистый объем, что любой объем позавидует, если вы понимаете, о чем я. Только за 17-й год было выпущено 735 тысяч одних Ford Model T с ценой в смешные $500. $500 на 1917 год — это примерно $10 000 на современные деньги. А 735 тысяч экземпляров — это больше, чем все электрокары и паровые автомобили, произведенные за 1917 год от всех производителей вместе взятые. И самое первое преимущество в цене автомобили с ДВС получили именно благодаря Форду. Чтобы вы понимали, с чем конкурировал Форд в то время, давайте немного сначала накинем про паровые автомобили. У всех же вот какое представление о паровых автомобилях? Мол, это печка, дрова, уголь, ты там что-то кочегаришь, и оно что-то там куда-то там почему-то ползет. Но вот вам в качестве примера характеристики одного из автомобилей. Разгон до 120 за 10 секунд и запас хода 2000 км на одной заправке. 2000 км на одной заправке, если вы не поймали значение этой цифры, это вот вы в Москве заправляете 90 литров воды и едете в Сочи. И у вас еще останется пара по Сочи покататься. И заправляться при этом по пути не нужно будет. Это характеристики автомобиля Double Model C.
А создатели этого чуда — братья Добль. Амбер, Джон, Уильям и Уоррен. Секрет такого большого запаса хода заключался в устройстве парового котла, а точнее в трубке, которая была длиной 170 метров, но при этом была закручена таким образом, что помещалась в бак вот такого размера. 170 метров — это примерно 56 этажей. И вот трубу длиной в 56 этажей сворачивали вот в такой контейнер. Вот как это выглядело. И из-за такой длины и маленького сечения давление пара получалось очень сильным, а при этом воды требовалось немного. Когда братья показали эту модель на автомобильной выставке в Нью-Йорке в 1917 году, они произвели фурор. Из всей выставки это был единственный автомобиль с паровым двигателем и точно один из самых ярких экспонатов. Публика была очарована этой моделью. Быстрые, тихие, простые в использовании, с педалью заднего хода. Давать заднюю на этом попелаце было намного удобнее, чем на других, если вы понимаете, о чем я. И даже, внимание, с кнопкой запуска двигателя. В 1917 году паровой автомобиль. Тогда кнопок-то не было как таковых, а у них уже была. За 3 месяца выставки братья Добль получают предзаказы на 5390 экземпляров Model C. Парни ликовали. А Ford, напоминаю, к этому времени уже клепал в год по 700 тысяч автомобилей. Плюс паровые автомобили Добль стоили несколько тысяч долларов. А следующая модель, Double Model E, стоила 12 тысяч долларов, что на современные деньги примерно 13-14 миллионов рублей. А если считать в Фордах Model T, то за цену одного Double Model E можно было купить 24 Ford Model T. Да, Добль были не единственной компанией, которая производила паровые автомобили. Были тачки и подешевле. Из относительно массовых был еще Стэнли, это вот такие тарантайки, но тиражи также рядом не стояли с тем объемом, который был у Форда. А мелкосерийных производителей паровых автомобилей были вообще сотни. Когда на рынке есть продукт, который по удобству примерно такой же, но стоит в несколько раз дешевле, конкурировать с ним практически невозможно. И фактически Форд в одиночку убил все паровые автомобили, предложив рынку более дешевый продукт. То, что паровые автомобили были неудобны в использовании, это не причина их провала. Главная причина в том, что они стоили заметно дороже, чем Ford Model T. У меня нет проблем с мощностью у автомобиля. Если нужно будет, ра-та-та сделать смогу. Но гонять по дорогам общего пользования — это неразумно и небезопасно, ведь вокруг люди. А свою порцию драйва, при необходимости, можно получить на треке или в игре. Современный игровой руль — это не какая-то пластиковая игрушка. Хорошие модели могут стоить и по 1000 долларов и способны погрузить вас в процесс и подарить совершенно новые ощущения от уже знакомых игр. Это вам не джойстик на геймпаде туда-сюда поворачивать. Спортивный руль Logitech G923 True Force — это высокотехнологичный игровой симулятор. Он подойдет и начинающим, и уже опытным игрокам. Из материалов — алюминий, сталь и кожа. Его приятно держать в руках во время заездов, и он не выскальзывает при активном рулении. На руле у нас куча клавиш для управления игрой и индикатор оборотов. Клавишами можно настроить абсолютно все: сцепление, тормозное усилие и так далее. Педали, которые идут в комплекте, также приближены к реальным. Тормоз по-разному реагирует на силу нажатия. Инновационная технология True Force помогает еще лучше ощутить виртуальное авто. Усилия при поворотах передаются в гарнитуру. Вы можете ощутить заносы, езду по гравию и даже столкновения. И все эти функции работают с множеством игр. Grid, Gran Turismo Racing, Yeah Racing и так далее. Также здесь реализована система программируемого двойного сцепления, имитирующая запуск гоночного авто. И теперь можно стартовать еще быстрее. Если вы уже кое-что понимаете в симуляторах, то для полного погружения можете подключить еще и коробку передач Logitech G-Driving Force Shifter. В ней реализованы 6 передач и задний ход. Руль выпускается в 2 версиях. Первая, как у меня, работает с PlayStation 4 и с PlayStation 5, а вторая — с Xbox. Ну и, естественно, обе версии совместимы с ПК. Узнать подробнее про Logitech G923 True Force можно по ссылке в описании. Это отличный вариант по соотношению цены и качества, который подарит вам новый опыт.
И самое важное, сделать это безопасно. Бензиновые автомобили тоже не были образцом комфортного использования в то время. Все в масле, смазке, выхлопом. Глушителей тогда особо не было, если что. Все жидкости воняют. Ух, вот послушайте, как звучали первые бензиновые автомобили. На этом фоне электрички выглядели как спасение для респектабельных господ. Они были практически бесшумные, не сильно шумнее, чем современные, простые в управлении, с комфортным салоном. И они в целом больше походили на элегантный экипаж, чем на автомобиль. Чтоб вы понимали, в электромобилях внутри, как элемент интерьера, часто ставили вазы с цветами. Вот зацените. Такой пакет опций, кстати, назывался «Вокруг одни убийцы экологии». А я тут одна, такая молодец, с мимозами еду. Но, кроме шуток, электрожоповоз тогда был тупо удобней в использовании, да и к тому же престижней. Поэтому банкиры, юристы, врачи и их супруги делали выбор в пользу электромашин. Даже жена Генри Форда ездила на электрокаре от компании Detroit Electric, самой успешной компании по производству электрокаров в США, прошу заметить. Да, вы все правильно услышали. Жена Генри Форда ездила на электричках и гордилась этим. А сам Генри ничуть не смущался того факта, что его жена ездит на автомобиле другой конструкции и от другой компании. Он просто знал, что делает максимально дешевую продукцию для масс, а его жена — это не дешево и не массы. Этот электропепелац появился в 1907 году и простоял на конвейере аж до 1939 года. И Detroit Electric при этом считается прародителем всех электромобилей. Это первая и единственная на тот момент компания по производству электромобилей, у которой тиражи измерялись тысячами проданных единиц. Само собой, за комфорт нужно было платить. Электрокары стоили в среднем 2500 долларов. Это, конечно, не 12 тысяч за Double Model E, но и на дороге такая сумма тоже не валялась. За эти деньги уже даже на то время, примерно на 1910 год, можно было купить 8 автомобилей Ford Model T. Но это, в принципе, как купить 10 резиновых женщин вместо одной нормальной. Хотя зачем покупать целую женщину, когда есть лизинг? Еще один важный аргумент, почему электромобили были лучше, это простое управление. Внутри вас ждало всего два рычага. Один отвечал за рулевое управление, на втором сидишь. Шутка, сидишь на обоих сразу, само собой. Второй рычаг, похожий на ручной тормоз, отвечал за скоростной режим и задний ход. Врубать заднюю было сильно удобней. Очень важная опция для всех активистов, кстати говоря. Единственное, к чему можно пристать, это скоростной режим. Максимальная скорость была всего лишь 32 км в час. Но в черте города больше особо-то и не требовалось. В городах быстрее никто не ездил. Да и женам банкиров торопиться откровенно было некуда. Главное, что ты сел, нажал кнопку, дернул рычаг и поехал. Никаких танцев с бубном и сования рук куда не надо. Хотя иногда, конечно, хочется сунуть руку куда не надо, знаете ли. Но владелец электрокаров все равно не знает, что такое либидо, поэтому не понять. Вы сейчас можете такие: «Погоди, Крашенидзе! Чё ты нам тут втираешь, что электрокары были удобней? Заряжать-то это дело как? Сувать-то куда?» Во-первых, куда тебе сувать, я не знаю. Во-вторых, да, все верно, проблема с зарядками была. 120 лет прошло, и ничего не изменилось. Но и с бензоколонками был ровно такой же прикол. Бензин в то время вообще в аптеках продавался, если что. И чаще его использовали как отбеливатель, а не топливо. И далеко не в каждой аптеке он был. А если вас удивляет, что бензин продавался в аптеках, то просто знайте, что керосин, например, тогда продавали в продуктовых магазинах. Не шучу. У нас макароны, мясо, овощи, керосин, фрукты, хлеб. Никого ничего не смущало. Короче, если у тебя тогда был автомобиль с ДВС, то геморроя у тебя было нифига не меньше, чем у владельцев электрокара. А если еще вспомнить, что там мотор, трансмиссию надо бы обслужить, смазывать там все, пересобирать, то вообще аминь. Электрокар в этом плане был, как конструкция, намного выигрышнее. Там уже тогда из внутренности был только электромотор, батарея, колеса и обреченность в глазах водителя. Все, езди, наслаждайся. При этом, так как электробибы позиционировались на людей, у которых есть деньги, можно было пошевелить там, ну, мозгом немножечко, подумать и придумать какую-нибудь прикольную штуку для своих клиентов. И у Detroit Electric мозги были. Современные маркетологи, мотайте на ус. Detroit Electric построили для своих клиентов собственную двухэтажную зарядную станцию, на которой одновременно могли заряжаться более 100 автомобилей. Но компания предоставляла не просто здание с зарядками, а целый сервис вокруг. За 35 долларов в месяц
Машину у вас ежедневно забирали, мыли, полировали, делали ТО и заряжали батарею. А утром машину пригоняли в удобное для владельца время и место. С. Сука, сервис. Ты приезжаешь домой после своих дел, а тебя там ждет официальный, специально обученный механик-водитель от компании, который забирает у тебя тачку, а утром к назначенному времени твоя машина намытая и заряжена ждет тебя у крыльца. Правда, $35 тогда — это почти $1000 сегодня. Но все равно эти услуги того стоили, даже по современным меркам. 30 зарядок, 30 моек и 30 доставок от дома до дома за $1000 даже на современные деньги – это отличное предложение для обеспеченного человека. Особенно если вспомнить, что сама машина стоила $2500. И на этом фоне 35 баксов – это типа реально копейки. Самый пик продаж у Detroit Electric был в 1914 году. Тогда они продали 4500 автомобилей. Да, это все еще смешно сравнивать с объемами Форда, но вкупе с сервисом ночных зарядок электрокары были вполне удобным автомобилем в то время. И ценник в данном случае не был большой проблемой. Во-первых, потому, что абсолютное доминирование в объеме производства не всегда нужно для счастливой жизни. Мерседес, например, себя отлично чувствует, хоть и далеко не лидер по объему производства. Во-вторых, если какая-нибудь компания, производящая электрокары, построила производство по принципам Форда, то они смогли бы сократить разрыв в цене. И единственное преимущество у Ford Model T в цене стало бы не таким очевидным. И по идее, только ценой выдавить конкурентов с рынка невозможно, если ты уступаешь им в комфорте использования. А напоминаю, электрокар — это сел, нажал кнопку и поехал. А на автомобиле с ДВС далеко не каждый человек мог ездить чисто физически. Из-за особенностей конструкции тебе нужно было очень часто прикладывать тупую, грубую мужскую силу. И поэтому женщинам и пожилым людям использовать автомобили по большей части было нереально. Это у нас получается, что автомобиль сексист и эйджист. Как вам такое, феминистки? Хрен с ним, с обслуживанием и управлением. Даже запуск мотора был тогда очень веселым приключением. Кто из вас постарше, тот знает такое словосочетание «кривой стартер». Или по-гаражному «Михалыч, блядь, неси стартер!» Для всех адекватных, что это такое, нафига оно надо, сейчас поясню. По сути, это просто такая металлическая изогнутая палка, которую вставляли в мотор коленвалу. Коленвал — это, по сути, такая главная крутящаяся палка всего мотора, которая крутит всю коробку передач, привода, и машина едет. Так вот, кривой стартер вставляли в коленвал и руками прокручивали весь мотор, чтобы его завести. От движения в моторе запускались такты сжатия, полезного хода, и если крутить достаточно быстро, то в какой-то момент мотор начнет работать сам. Вот видели, например, как заводят газонокосилки, лодочные моторы и вот веревку такую дергают? Вот, по сути, это такая же фигня. Эта веревка называется веревочный стартер, которым вы точно так же раскручиваете коленвал, прокручиваете внутри весь мотор, и если вы достаточно проворны в этом деле, то мотор начнет работать. Проблем тут две. Во-первых, чтобы таким макаром запустить мотор, нужно крутить прям резко, дерзко и с усилием. А это уже непросто. Среднестатистический современный водитель такое упражнение вряд ли вывезет чисто физически. С веревочным стартером проще, потому что у газонокосилок там, типа и лодок, моторы вот такие. А большой автомобильный мотор поди покрути, да еще и достаточно быстро, чтобы оно заработало. А зимой с холодным мотором, ну просто вообще аминь. Во-вторых, когда все-таки мотор запускался, стартер начинал крутиться вместе с коленвалом, так как он же, ну, напрямую в него втыкался. И эта сволочь там довольно плотно сидела. И если не уметь пользоваться этой железкой, то выбить себе пальцы, плечо там, или получить этой металлической палкой по своей человеческой палке вообще не проблема. Короче, кривой стартер мало того, что неудобный, так еще и довольно травмоопасный. И этот механизм был довольно сильным аргументом в пользу электромобилей, которые уже тогда запускались просто с кнопки. Нажал и поехал. А Ford Model T запускался с кривого стартера. Покрутил, офигел, еще раз покрутил и, скорее всего, поехал на такси. Но всю эту ситуацию поменял один случай. В 1910 году некто Байрон Картер, заводя утром свой автомобиль, немного зазевался и получил несколько ударов от кривого стартера в голову, отчего и умер. У меня нет добивки к этому предложению, стартер сам отлично справился. Так-то, по большому счету, умер и фиг бы с ним.
Смерть какого-нибудь человека в то время в какой-нибудь нелепой фигне вызывала сильно меньше переживаний, чем сегодня. Особенно, если это случалось там с какой-нибудь техникой или на производстве. Но этот Байрон, железная голова, был не простым челом с улицы, а близким другом Генри Лиланда. А Генри Лиланд — это всего-навсего основатель и владелец компании Cadillac Lincoln. И самое важное, что Байрон получил по голове от автомобиля Cadillac. Лиланд, само собой, был очень расстроен такой нелепой смерти друга и чувствовал свою вину за это происшествие. Надо сказать, что Лиланд был инженером до мозга костей. Первый автомобиль Cadillac Type A был полностью спроектирован Лиландом. И само собой, когда твое детище натурально убивает твоего друга, сильно радоваться по этому поводу ты не будешь. Друг же теперь сотку не вернет. Хорошие новости заключались в том, что Лиланд не стал делать общепринятых вещей, по типу там свечку на черном фоне ВКонтакте повесить или черно-белую сторис снимать под дождем на подоконнике, а решил что-то сделать, чтобы такая ситуация больше ни с кем не повторилась. Да и друзей у него не так уж много к тому времени осталось, надо бы поэкономить. Какое-то время Cadillac шуршал своим инженерным отделом, но толком ничего придумать не могли. Точнее, у них получалось сделать приспособу, которая могла сама запускать мотор без участия человека, но она была слишком большого размера и тупо не помещалась в автомобиль. Лиланд понял, что своими силами у него эту ситуацию разрешать не получится, поэтому надо привлекать кого-то со стороны. И через какое-то время он натыкается на компанию Delco, которую возглавляет вот этот персонаж — Чарльз Кеттеринг. Это очень важный человек для нашего материала, к нему лично мы еще вернемся. На данном моменте нам надо понимать следующее, что компания Чарльза, Delco, занималась разработкой различных решений для автомобильной отрасли. По сути, это была такая кучка гаражных инженеров, которая придумывала всякие штуки. И вот в эту тусовку врывается Лиланд и говорит примерно следующее. Эй, мистер, мне нужно, чтобы моя тачка заводилась с полоборота. Ну, в целом, если хочешь, так хочешь, так и запишем. Должна работать, как твоя мамка. Как у нее дела, кстати? Она у нас общая. Надо сказать, что попытки сделать какой-то автоматический стартер уже много кто совершал. Но ничего толкового на рынке не было. Ничего просто тупо не работало. Кеттеринг купил один из таких нежизнеспособных патентов и начал его допиливать со своими парнями. И у них получилось. Спустя год разработки, в 1911 году, Кеттеринг регистрирует свой патент US1.150.523, в котором описывалась конструкция электростартера для автомобиля. И самое забавное, что до сегодняшнего дня стартер дошел практически в неизменном виде. Это по своей сути маленький электромотор, который питается от аккумулятора, который у вас стоит в автомобиле, и при повороте ключа или нажатии кнопки цепь замыкается, моторчик начинает крутиться, крутит двигатель, и он запускается. Фактически, человека, который самостоятельно раскручивал мотор при пуске, заменили маленьким электромоторчиком. И вот это небольшое, на первый взгляд, изобретение больше не убивало людей, но убивало. Главное преимущество электрокаров перед автомобилями с ДВС — ручной запуск двигателя с кривого стартера. Как только Лиланду сообщили, что есть решение, он тут же отправил заказ Delco на 5000 электростартеров. И поначалу стартер был только технологией Cadillac и просто киллер-фичей в продажах. Автомобиль с ДВС, который можно было использовать с таким же удобством, как и электрический, но при этом который не требовал постоянную ночную зарядку, был нужен всем. Все остальные автопроизводители довольно быстро смекнули, что им тоже такая херовина нужна. Кто-то пытался договориться с Delco на поставки, кто-то пытался придумать какую-нибудь свою приблуду, но грамотнее всех поступил GM. В документалке про Детройт я рассказывал, что Уильям Дюрант, основатель General Motors, в районе там 15-20-х годов, вел экспансию по скупке абсолютно всего, что существовало в автомобильном мире. Склады, производители запчастей, прочих комплектующих, вот все, что не приколочено, все скупали. Ну вот и Delco они тоже купили вместе со всеми технологиями. Это произошло спустя 5 лет после изобретения стартера, в 1916 году. И с этого момента абсолютно на всей продукции GM электростартер шел как базовая опция. Даже на Ford Model T его успели прикрутить в 1919 году. Но так как Форду нужно было поддерживать минимально возможную цену, стартер там не был в базе, а шел как опция за 30 баксов. И вот примерно где-то с этого времени, там, с 19-го, с 20-го года, вообще на всех автомобилях с ДВС уже либо стоял электростартер в базе, либо его можно было докупить как опцию.
Какие-то автопроизводители закупали запчасть у Делка, кто-то все-таки придумал свой, но это уже не важно. Важно, что кривой стартер, как явление, начал уходить в забытье. А когда с точки зрения запуска мотора двигатель внутреннего сгорания стал таким же удобным, как и электромотор, у производителей электродудок больше не осталось козырей в рукаве. Крыть больше нечем. Запас хода такой же, а то и меньше. Заряжать нужно всю ночь и стоит дороже. И даже звук уже тогда не был такой проблемой, так как в 1920-м все автомобили уже ездили с глушителем. А о выхлопных газах в то время никто даже и подумать не мог. Поэтому у электрокаров просто не было ни одного преимущества перед автомобилями с ДВС. И они, вполне заслуженно, пошли с рынка куда подальше. Формула спроса и предложения очень справедлива. Если что-то не пользуется спросом, то оно не имеет права на жизнь. И ровно это и произошло с электрокарами на заре 20 века. Миру нужен был автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. И эту войну он выиграл вполне заслуженно. Таким образом, мы получаем, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания к началу 1920 года были дешевле всех остальных, а по удобству использования они были ровно такие же, как электрические. И конкурировать с ДВС уже было практически невозможно. Автомобили с этим типом двигателя уже просто давили ценой, объемом и удобством использования. Но автомобиль — это вот не просто продукт на колесах. Это целая огромная индустрия, это целый мир вокруг. Просто покрутите головой в каком-нибудь городе, и вы увидите, насколько современный мир заточен под автомобиль. И когда у индустрии появился объем, когда автомобилей стало очень много, они уже не смогли существовать просто так, сами по себе в вакууме. Электростартер и конвейерный метод сборки — это, конечно, хорошо, но для мирового господства маловато. Поэтому смотреть на историю автомобилестроения в отрыве от контекста того, что происходило в мире или в конкретных странах, неправильно. И вот к чему я веду. ДВС победил не только из-за улучшения конструкции или метода сборки. ДВС стал безальтернативным лидером из-за сухого закона, который приняли в США в 1919 году. Порядок — это довольно важная вещь для работы. Хотя бы из-за того, что ничего нигде не мешает, все лежит на своих местах и занимает ровно столько места, сколько должно. Ведь на самом деле вы можете даже не понимать, что какие-то вещи занимают место, которое можно занять чем-то более полезным. И ровно такая же история работает и с компьютерами. На них может храниться мусор, который давным-давно стоило бы удалить, но руки не доходят. Ну а теперь сделать это намного проще. Потому что есть Avast CleanUp Premium – программа для очистки и оптимизации от разработчиков известного антивируса. CleanUp Premium работает сразу в двух направлениях. Он ускоряет работу вашего ПК на Windows и чистит его. Функции по ускорению и оптимизации позволяют находить и удалять бесполезные программы, также настроить автозапуск, запретив давно забытым приложениям запускаться при каждом включении компа. И также переводить тяжелые программы в специальный режим, чтобы они не нагружали фоновые процессы. При очистке можно отключить ненужные расширения и модули в браузере, почистить кэш и куки. Ну и, конечно же, само собой, проанализировать и удалить все ненужное с жесткого диска. Например, снести весь цифровой мусор, который накапливается за время работы программ, и освободить гигабайты памяти. Все это делается в пару нажатий. При этом ни один файл не удалится без вашего разрешения. Об этом можно не переживать. По желанию, Avast CleanUp может обслуживать вашу систему в автоматическом режиме, устранять неполадки, выявлять ошибки диска и реестра, выполнять обновления и так далее. Программу, помимо Windows, само собой, можно поставить на Mac и Android. Там есть как аналогичные инструменты, так и специально созданные под операционную систему. В описании будет ссылка на бесплатную пробную версию Avast CleanUp Premium. Переходите, устанавливайте и держите свое устройство в чистоте. За весь предыдущий материал я сказал слово «бензин» всего три раза.
первый раз во вступлении, что поеду-ка я заправлюсь, и еще два раза, когда говорил, что он тогда продавался в аптеках. А знаете, почему я так сделал? А потому что ДВС не ездил на бензине. Ага. Ford Model T и вообще первые моторы, которые делал Ford, изначально проектировались под использование этанола. А приставка «ол» в конце слова, а также повышенное слюноотделение у всех алкоголиков, кто сейчас смотрит этот материал, говорит нам о том, что это спирт. И подавляющее большинство автомобилей с ДВС тогда ездило именно на спирте. Как все питерские студенты сейчас ездят на спирте, так и тогда машины в основном ездили на спирте. Смысл в том, что этанол — это спирт, который делается из зерновых, а вот этого добра у обычного фермера навалом. И этанол можно было делать в домашних условиях за очень дешево и ездить на своем дешевом автомобиле. У Форда именно такой расчет и был. Было бы странно, если бы он, спроектировал дешевый автомобиль для масс, но при этом на таком типе топлива, которое бы стоило очень дорого. А другие автомобили, которых было меньшинство, в основном ездили на керосине, который тоже был довольно дешевым в то время. Бензин, как я уже сказал, использовался тогда как отбеливатель, по большей части. И вот вам же не придет в голову заправлять свой автомобиль ванишем? Вот и тогда у людей такой мысли не возникало. Чтобы нормально отследить логику, надо немного накинуть вам контекст нефтяной промышленности того времени. Сейчас у юных экологов на секундочку подпечет, так как я скажу, что использование нефти в свое время спасало животных. Давайте немножко насладимся шкварчанием, буквально чуть-чуть, и я продолжу. How dare you? Хорошо. Все мы с вами знаем, что такое рыбий жир. Современные фитоняшки и инстаграм-модели вам скажут омега-3, но по-русски это рыбий жир. Просто рыбий жир — это то, что продается за 50 рублей в аптеке, а омега-3 — это то, что можно продать в инстаграме за 1000 рублев. И раньше его не ели. Раньше люди такой херней не занимались, а использовали как топливо для ламп, уличных фонарей, факелов и вот такого всякого. И для того, чтобы романтичненько сидеть вечерами при масляной лампе, человечество толпами вырезало китов. Доставали из них жир, который тогда назывался ворвань, и им, собственно, создавали себе романтику. Романтику и аромат жженого китового жира. И примерно в середине 19 века люди в своей некой общей массе допирают до керосина. В общем, я говорю потому, что практически одновременно в разных частях света разные люди додумались кипятить нефть. И кто был первым, не совсем понятно, да и нам не важно. Керосин получают именно таким незамысловатым образом. Берут чан нефти, греют, из нее выделяются пары, которые конденсируют, сливают в другой чан. И вот эти вот пары, пожалуйте, керосин. Ну или бензин. Бензин выделяется при меньшей температуре нагревания, а керосин при большей. Да. По свойствам бензин и керосин отличаются тем, что бензин моментально воспламеняется, и он жидкий, а керосин, он маслянистый и горит медленнее. И на тот момент, когда не было автомобилей, бензин вообще хер пойми, как использовать, потому что в лампу ты его не зальешь, он рванет моментом. А больше-то бензина непонятно, как использовать. А вот керосин как раз-таки мог совершенно спокойно заменить китовый жир, потому что он не так быстро горел. Но как сделать так, чтобы люди перестали использовать китовый жир и начали жечь керосин? Правильно, конечно же, надо вывести толпу людей на улицы с плакатами «Хватит убивать китов!» Или «Сегодня жир добывают из китов, а завтра что, из наших мамок будут добывать?» И когда люди увидят вот такие плакаты, все тут же, конечно, перестанут убивать китов. Да, все же в мире именно так и делается. К счастью, мир немножечко логичнее, чем мозг активиста, поэтому для того, чтобы жир реально стал не нужен, надо сделать так, чтобы керосин стал дешевле и доступнее, чем жир. Чтобы его можно было, грубо говоря, купить на каждом углу и не разориться при этом. И тогда все само собой и произойдет. Такая вот магия, которая называется «жизнь и логика». Для этих задач в 1859 году проковыряли первую нефтяную скважину в Пенсильвании. И также там начали появляться небольшие нефтеперерабатывающие заводики, которые в основном и производили керосин. А потом проковыряли еще одну дырку, и еще одну дырку, построили еще один заводец, ну и полетело. Первые партии нефти из этих месторождений стоили $16 за баррель. На современные деньги это $440. Потом, в следующем 60-м году, цена упала до 9,5 баксов, а в 61-м упала до 49 центов.
за баррель. Это на современные деньги примерно 13 долларов. Один баррель — это 158 литров. Короче, нефть стоила дешево. Но ситуация с керосином была довольно странной, так как он стоил конь, хотя делался напрямую из очень дешевой нефти. И в пересчете на литры цена керосина была на порядок дороже цен на нефть. И один 20-летний паренек такой: интересненько. Пахнет денежками. Знакомьтесь, это Джонни. К этому моменту у Джонни уже был свой небольшой капитал, который он собрал на торговле зерном, мясом, всяким вот таким. И самое важное, что у него было, это ощущение, что у нефти и у керосина есть большие перспективы. И еще у него было желание наладить нефтяную промышленность. У Джонни был партнер по зерновому мясному бизнесу. Звали его Моррис. Они вдвоем находят химика Сэмюэла Эндрюса, который шарил в том, как получать керосин из нефти, и вот на троих решают организовать свое производство. Компанию назвали Andrews Clark & Company, где Эндрюс — это химик, Кларк — это партнер по бизнесу, а & Company — это, судя по всему, Джонни. По сути, все, чем начали заниматься парни, это оптимизировать и отлаживать абсолютно все процессы, которые были в отрасли. А оптимизировать там было что? Во-первых, весь керосин на рынке был откровенным говном. Методы изготовления были, ну вот, прям так себе. И конечный продукт получался с кучей примесей, нормально не горел и очень различался по качеству от бочки к бочке. Если очень на пальцах, вот на вот этих вот кривых пальцах, то что парни сделали? Как я уже сказал, керосин получали из нефти методом перегонки. Это когда греют чан, выделяются пары, их собирают в другой сосуд, и вот вам, пожалуйте, керосин. Но таким методом продукт получается довольно грязный, так как вместе с парами керосина улетают и частицы нефти. И в итоговом продукте у вас дофига гудрона. Гудрон — это как раз такие отходы, которые получаются при перегонке нефти. Им вот там типа крыши хрущевок перекладывают постоянно. Да и в целом наше поколение отлично знает его на вкус. А когда в керосине у вас дофига гудрона, у вас получается смесь, которая плохо горит, коптит и воняет. Но если залить в этот грязный керосин немного серной кислоты, взболтать его хорошенечко, а потом дать ему какое-то время постоять, то гудрон и прочие примеси отслоятся от керосина и будут стоять в нижней части сосуда. Открываем вентиль снизу, сливаем гудрон, прочее говно, закрываем, и у нас по итогу чистый керосин, который правильно горит, идеально подходит для ламп, фонарей и нужен всем и каждому. И парни были первыми, кто внедрил такую технологию очистки на свое производство. Во-вторых, в то время примерно 40% нефти при переработке просто так выкидывалось, как отходы. Керосина из этой нефти уже не достанешь, а больше-то она как бы незачем. Поэтому остатки прям вот натурально выливали за угол. Экологи, смотрите там, не подавитесь, я переживаю за вас. Парни из этой нефти, чтобы просто так ее не выкидывать, научились делать бензин и парафиновый воск. Бензин тогда особо был никому не нужен, но чуваки смогли его применить у себя на электростанциях. Тем самым они уменьшали потребление угля и экономили на этом. А парафиновый воск отлично разлетался с прилавков, так как свечки тогда были нужны всем. То есть с каждого барреля нефти парни получали больше товаров, а соответственно и больше прибыли. В-третьих, надо было понимать, что нефть добывается в одном месте, потом транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, который там из нее всякое делает, и потом уже готовая продукция едет от этого завода до складов, а после до потребителя. И вот как раз в транспортировке и был корень очень высокой цены на керосин. Нефть, керосин и вообще любую другую жидкую фигню возили тогда вот в таких деревянных бочках, из которых заметная часть сырья просто вытекала, так как бочки деревянные и были так себе качеством. И тариф на перевозку к тому же был еще конский, так как железные дороги только-только появились и использовались очень мало. А строительство стоило дорого, надо было как-то это дело отбивать, поэтому ценник был высокий. С бочками парни поступили очень просто. Они просто купили кусок леса, вырубили его нафиг и наладили себе производство бочек. Чисто под себя. Таким движением они убили сразу двух зайцев. Первое, стали терять сильно меньше сырья через щели, так как у них просто тупо бочки стали качественнее, они сами для себя их делали. Во-вторых, они снизили стоимость одной бочки с 2,5 долларов до 1 доллара. А как только появился объем, Джонни смог продавить заметные такие скидки по тарифу на перевозки, как оптовому клиенту. И вот из-за этих трех вроде бы простых вещей парни получили колоссальное преимущество
перед всеми остальными участниками рынка. И их продукция по итогу была сильно дешевле в производстве, сильно дешевле для конечного потребителя и тупокачественнее. А в итоге для обычных людей это вылилось в то, что керосин стал очень выгодной альтернативой китовому жиру. Точнее, он стал уничтожающей альтернативой. Один галлон китового жира, это, грубо говоря, 4 литра, 3,78, стоил $1.77. А один галлон керосина стоил просто 7 центов. За стоимость одного галлона китового жира люди могли купить себе 25 галлонов керосина. И, само собой, все дружно отстали от китов и пошли спокойно жечь керосин. Без единого плаката и сорванного горла, прошу заметить. Хотя горло производителей китового жира все-таки пострадало. Ведь даже у китов они так сильно не отсасывали. Все это привело к тому, что компания начала очень быстро расти. И уже через 3 года после запуска компании годовой оборот составил $2 миллиона. Это огроменные деньги по тому времени. Джонни понимает, что они только в самом начале и что есть реальная возможность захватить вообще весь рынок, вытеснив абсолютно всех игроков с него. Он привлекает пару родственников и других предпринимателей, и все вместе они основывают новую компанию, которой было суждено практически править этим миром. Компания называлась Standard Oil. А, да, и фамилия у Джонни была Рокфеллер. В момент основания в 1870 году Standard Oil контролировал 4% всего нефтяного рынка США, но при этом она уже была самой крупной компанией, так как на тот момент в США было всего 250 производителей. И мало того, что они доминировали из-за сниженных тарифов на доставку, на свободные деньги они начали скупать все доступные бочки для транспортировки сырья, задирая таким образом на них ценник для своих конкурентов и вытесняя их с рынка. И такие методы привели к тому, что в 1974 году Standard Oil контролировал 25% рынка, а к 80-м уже 85%. Монополия в кристально чистом виде. К 1985 году Standard Oil — это крупнейшая компания мира с огромным влиянием, деньгами, сотнями тысяч рабочих мест и с 20 тысячами нефтяных скважин. А когда у тебя в руках, по сути, основа всей экономики страны, у тебя есть куча рычагов давления на правительство. Вот даже есть интересная карикатура того времени, что Standard Oil контролирует вообще все в стране. Они спонсировали предвыборные кампании, выделяли деньги на благотворительность. И вообще всех важных людей так или иначе держали у себя за пазухой. Это все происходило ровно до того момента, пока президентом не стал вот этот человек. Теодор Рузвельт. Рузвельт понимал, что монополия не есть хорошо. И монополия всегда будет необоснованно задирать цену, извлекать огромную прибыль и за счет своих ресурсов душить всех мелких на рынке. При этом качество продукции никто улучшать не будет, так как нафига, весь рынок и так наш. Да и к тому же такой серьезный политический игрок Рузвельту был вообще не в кассу, поэтому было принято решение развалить Standard Oil. Как это происходило изнутри и какая подковерная война там происходила, это отдельная история. Мы туда сегодня не полезем. Нам и без нее хватит, поверьте. Вот что важно знать нам. В 1911 году Standard Oil распадается на 34 компании. Из современных компаний, кто является бывшим Standard Oil, это типа Esso, ExxonMobil, BP и вот эти все ребята. И после развала на все компании бывшего Standard Oil приходилось 65% рынка. И самое важное, что появилась потребность конкурировать между собой, так как теперь у всех компаний были свои финансы, свои доходы-расходы, свое управление и прочее. Но, что важно, у Рокфеллера, так или иначе, остались доли абсолютно во всех компаниях. И хоть они теперь и конкурировали между собой, боролись за рынок, там, все такое, конечный выгодоприобретатель оставался все тот же. Джонни. И власть вместе с капиталом осталась у него в руках. Просто ему теперь нужно было действовать немножко более завуалированно. Но развал компании на составляющие, хоть и штука сама по себе неприятная, все-таки не была главной проблемой для нефтяной отрасли. Главная проблема заключалась в одном предмете, который размером был примерно с человеческий кулак. Вот. Самая главная проблема нефтяной отрасли в то время. В 1879 году Эдисон изобретает лампочку. Поначалу-то как бы и хер бы с ним, но в перспективе 10-15, там, 20 лет лампочка полностью уничтожила бы рынок керосиновых ламп. И Рокфеллер это понимал. И тут совершенно внезапно начинают появляться автомобили. А еще спустя несколько лет появляется Ford со своим Model T и начинает свою экспансию.
Автомобили заполняют улицы, и Рокфеллер понимает, что вот его новый рынок. Вот оно. Никуда далеко ходить не надо. И как это было 30 лет назад с керосином, что нужно просто сделать, ну, типа, нормальную инфраструктуру, чтобы доставлять товар до человека, и все полетит в космос, так и тут. Просто нужно сделать так, чтобы топливо у людей было всегда в доступе, грубо говоря, за углом, и стоило приемлемых денег. А сделать что-то в доступе и задешево Рокфеллер умел как никто другой. Первая станция по продаже бензина появилась еще до развала Standard Oil в 1907 году. Потом они открыли еще одну, потом еще, но до развала компании сеть АЗС развивалась очень медленно. Опять же, просто потому, что у монополии нет никаких стимулов к развитию. Деньги есть, рынок есть, ну и ладушки. Но после развала Standard Oil компании-дочки очень быстро понимают, что сеть АЗС — это очень хороший способ извлекать дополнительную прибыль из набирающего обороты автомобильного мира. Не понеслась. Через 10 лет после развала Standard Oil в 21 году в Штатах насчитывалось 12 тысяч АЗС. А еще через 8 лет их количество увеличилось в 10 раз до 120 тысяч автозаправочных станций. Каждая компания, которая так или иначе была связана с нефтью, строила свои станции заправок. За выгодные места около больших транспортных артерий началась просто драка. И эта огромная сеть, которая несла огромную же прибыль, все сильнее укрепляла нефтяную промышленность. Тем временем, пока развивалась нефтянка, общество боролось со своей большой внутренней проблемой. Американцы очень много пили. Масштаб был действительно серьезный. Алкоголь был очень дешев в то время. А у штатов были большие сельскохозяйственные площади. И бухали все, кому не лень. 1910-е и 20-е – это вообще в штатах эпоха баров, кабаре и разврата. Великолепное время. Была бы у меня машина времени, я бы точно бы сгонял в 20-е годы США. Но вечно пьяные граждане устраивали далеко не всех. И еще с 19 века в штатах появляется так называемое антисалунное движение. Салун – это такой бар из ковбойских фильмов, где двери вот так вот очень резко раздвигались. Ну, как твоя бывшая. Движение против алкоголя было общенациональным, и представители были в каждом штате. При этом забавно, что самые яркие сторонники запрета алкоголя — это фармацевты и аптекари. Они это мотивировали тем, что, пацаны, ну, нафига вам алкоголь? Он вредный. Берите лучше наши тонизирующие настойки с отварами трав. В них нет алкоголя. Но они тоже очень хорошо бодрят, знаете ли. А знаете, из чего были сделаны эти настойки? Из кокаина. Знакомьтесь, Джон Стит Пембертон. Такая фамилия у чувака. Изобретатель Кока-Колы. Один из ярких представителей антисалунного движения. А Кока-Кола, напомню, изготавливалась из листьев коки в то время. И на одну банку приходилось примерно половина дорожки кокаина. И на полном серьезе Джон такой: пацаны, вам зачем бухать? Оно же вредно и скучно. Я вот 3 дня назад 2 банки на завтрак выпил, до сих пор не сплю. Помимо фармацевтов, против всего плохого, само собой, выступала церковь. Америка вообще очень религиозная страна, особенно в то время. И если какой-то вопрос в Штатах так или иначе вмешивалась церковь, то просто так откреститься от этих парней не получалось. У церкви тогда была очень большая паства. И чуть ли не все граждане в обязательном порядке шлепали на проповеди по воскресеньям. А там им батюшки заливали про то, что алкоголь — это все от дьявола. Что вы все должны быть трезвенниками язвенниками, и если хоть немного пригубил, то потом в аду будешь кое-что другое пригублять. Короче, к 1910-м движение набрало такую силу, что имело серьезный политический вес. Среди активистов были и политические деятели от обеих правящих партий, и церковные служители, и предприниматели, и врачи, и всех подряд вообще. Алкогольная отрасль до последнего не верила, что ее могут просто запретить. Человечество всю жизнь бухало, бухает, и, как мы с вами знаем из опыта всех сухих законов, бухать не перестанет. И поэтому алкашка защищалась очень вяло. Да и довольно сложно было спорить с церковным человеком, который пропагандирует трезвый образ жизни. Или против активистов, которые, как на вилах, поднимали случаи, когда человек из-за алкоголя там терял работу, уходил из семьи и так далее. Позитивных образов употребления алкоголя, ну, просто не найти. Отрасль не могла выйти и сказать:
Это Валера. Когда-то у Валеры была работа, была семья и было огромное количество забот. Но потом Валера открыл для себя водку. И он пропил работу, семью и огромное количество забот. И теперь Валера кайфует. Валер, тебе нормально? Валер, тебе нормально, говорю? Вот видите, Валере намана. Будьте как Валера. За всем этим цирком с конями сидела, наблюдала нефтяная промышленность и такая: это что сейчас, алкашку запретят, и у нас не останется конкурента? Вот это отличные новости, звучит как тост. Ваше здоровье, пацаны, так им и надо, этим алкоголикам, да? Правительство какое-то время посопротивлялось натиску, так как все-таки акцизы на алкоголь — это довольно большая часть доходов казны. Но через несколько лет прессинга со стороны общественности сдалось само собой. В 1920 году сухой закон вступает в силу и будет действовать до 1933. Он подразумевал под собой полный запрет на производство, транспортировку и продажу алкоголя. И нам это важно потому, что закон убивал полностью и на корню идею того, что ДВС может ездить на спирте. Да, в этот период расцвело бутлегерство. Это незаконное производство и продажа алкоголя для подпольных баров. Ну то есть типа спирт-то был. Но ввязываться в проблемы с законом, чтобы просто заправить свой автомобиль, никто не хотел. Проще уж поехать на бензиновую заправку, что все с радостью и делали. И вот если объяснять весь этот длиннющий разгон в одно предложение, то Генри Форд дал миру доступный автомобиль и модель конвейера, Джон Рокфеллер дал автомобильному миру инфраструктуру, а правительство США сделало так, что из топлива для ДВС обычным гражданам был доступен только бензин. И как в случае с китовым жиром, люди очень быстро забыли про все альтернативы ДВС в тот момент, когда ДВС оказался самым дешевым в изначальной покупке, удобным и доступным с точки зрения инфраструктуры. Но как только у всей этой инфраструктуры появился объем, появилась одна неочевидная проблема. Хотя, казалось бы, какие проблемы? Ну типа, продажи автомобилей летят вверх. Производителей с каждым днем становится все больше и больше. Сеть АЗС растет, как на дрожжах. Деньги текут рекой. Великолепие. Но внезапно и неожиданно нефть кончилась. Ну, почти кончилась. По прогнозам геологов и специалистов рынка, нефть во всем мире должна была закончиться через каких-то там, типа, 15-20 лет. Примерно в 40-х. Да, весь вот этот вой, с которым мы с вами живем всю жизнь, что нефть вот-вот закончится, что мы будем делать, надо срочно слезать с нефтяной иглы, появился не в конце 20 века, а в начале. Практически сразу, как в мире появилось заметное количество автомобилей. И тогда, в 20-х, люди были уверены, что еще пара десятков лет, и все, ездить будет не на чем. Мы с вами, получается, 80 лет уже как ездим на закончившейся нефти. Прикиньте. На тот момент основная добыча нефти велась в США, в Пенсильвании и в Венесуэле. В Венесуэле, кстати говоря, добычу вел все тот же Standard Oil. Этот кусок стандарта потом станет Exxon. Огромных запасов нефти в Техасе на тот момент еще не обнаружили. И разведанных запасов хватило бы примерно до 40-х годов. Все нефтяные компании вкладывали большие деньги в разведку новых месторождений, но они не давали результата. Притом, по опыту Первой мировой войны, все государства понимали, что без уверенных запасов горючего элементарно небезопасно жить, так как всей военной технике нужно топливо. А если у тебя нет топлива, у тебя нет военной техники, и ты беззащитен в случае чего. И решения не было. Все переживали и просто надеялись, что кто-нибудь что-нибудь придумает. К началу 30-х годов ситуация с нефтью была реальной проблемой. Во-первых, никто не представлял уже жизнь без автомобилей, потому что они стали частью быта и, что намного важнее, стали частью экономики. Если бы власть, автомобильные концерны и нефтяники допустили бы, что нефть иссякла, то накрылось бы вообще все. От экономики до энергетики. На нефти и ее продуктах ездили автомобили, а это перемещение всех людей и товаров туда-сюда. Также на ней работали многие производства, где ручной труд заменяли ДВС. Да и элементарно много электростанций и отопления домов
работала на продуктах из нефти. Если бы нефть закончилась, не просто бы машинки перестали бы туда-сюда кататься, а накрылось бы вообще все, весь образ жизни. И когда ситуация стоит перед властями и автопроизводителями таким ребром, что либо мы это решим, либо нам всем конец, то экология, добро во всем мире и прочие сантименты – это последнее, что тебя будет интересовать. Нужно было решение. И пофиг какой ценой. В США есть такая штука, которая называется Институт нефти США. Фактически это лавочка, которую организовали нефтяные компании, чтобы представлять свои интересы на государственном уровне. Как только какая-то отрасль становится слишком большой частью экономики и приносит большую прибыль, у государства тут же появляется вполне нормальное желание получить больше контроля в этой отрасли, зарегулировать все там как следует и также собрать оттуда побольше налогов. Вполне себе нормальное желание. А отрасль, в свою очередь, заинтересована в максимальной прибыли, в максимальной свободе и в максимальных возможностях для самой себя. И обычно подобные организации создаются государством. Но Институт нефти США, сокращенно АПИ, это единственная неправительственная организация подобного рода в Штатах. Она сделана с подачи частных компаний и руками этих же частных компаний. Помимо государства, нефтяную промышленность постоянно прижимали автопроизводители, так как они считали, что из-за плохого качества топлива на их автомобилях быстрее разваливаются моторы. На спирте они ездили заметно лучше и дольше в то время. Ну и вот чтобы защищаться от подобных штук, отрасль собралась и сделала отдельную организацию, которая будет весь этот геморрой разруливать. Собрали со всех компаний по копеечке, сформировали бюджет организации в несколько миллионов долларов и сказали, разбирайтесь, мы пошли деньги зарабатывать. И еще институту отдали кураторство над геологами, которые занимались поиском месторождений. А геологи новых месторождений не находили и были уверены, что нефть скоро кончится. Основных проблем, которые нужно было решать институту, вот прям здесь и сейчас, было две. Первое, что делать с кончающейся нефтью. Второе, все-таки нужно разобраться в том, кто виноват в разваливающихся моторах. Нефтяники в ответ на все претензии автомобильной отрасли о плохом бензине говорили, что просто те моторы делать не умеют. Вот они и разваливаются, само собой. Полемика формата «ты говно, нет, ты говно» ни к чему хорошему никогда не приводила. И благо люди это понимали. И еще они понимали, что правда, скорее всего, лежит где-то посередине. И бензин плохой, и моторы так себе. Самое главное, что в этом вопросе сделал Институт нефти, это создал площадку и атмосферу для обсуждения и диалога. Представители двух отраслей постоянно собирались за круглым столом и обсуждали все волнующие их вопросы. А когда создаются условия, в которых люди могут договариваться и думать над совместным решением ситуации, они что-нибудь обязательно придумают. И как ни странно, решение для второго вопроса с бензином и разваливающимися моторами придумал человек из автомобильной индустрии. Знакомьтесь, Чарльз Кеттеринг. И часть из вас сейчас такие: «Погодите, я где-то лицо это уже видел». И да, все верно. Если вы так подумали, то вы прошли тест на внимательность. Держите поцелуйчик. Чарльз Кеттеринг — это человек, который придумал электростартер. На тот момент он занимал пост главы отдела разработок в GM. Помните, я говорил, что GM выкупил Delco, компанию, которую основал Кеттеринг, когда придумал электростартер. Так вот, он ее вместе с Кеттерингом выкупил. Для Чарльза это вообще было идеальное положение дел, так как он был самым настоящим изобретателем. И вот это вот, типа, создавать бизнесы, управлять компаниями, ему нафиг было не нужно. Он просто хотел изобретать штуки. А довольно сложно отказаться, когда к тебе приходит GM и говорит: «Бери наш отдел разработки и угорай как хочешь. А мы тебе еще за это зарплату платить будем». Вообще, Кеттеринг — это один из выдающихся изобретателей США. За всю свою жизнь он получил 186 патентов на различные свои изобретения. До своей компании Delco он работал в телефонных линиях и изобрел систему, благодаря которой звонок приходил на конкретный телефон. Раньше, на самой заре телефона, если вы звонили куда-либо, то телефоны звонили на всей улице. Невозможно было позвонить кому-то конкретному, ты звонил всей линии сразу. И вот эту проблему Кеттеринг решил, будучи, ну, типа, обычным сотрудником телефонной компании. Прикиньте, реально, ну,
Типа, раньше, если ты звонишь домой, то одновременно с этим ты звонишь всей улице. Алло. Красавица, соедини меня со всеми женщинами на этой улице. А на этой улице только дом престарелых. Ну ничего, тряхнем стариной. Потом Чарльз успел поработать в торговой сфере, в автоматизации продаж и придумал автоматический кассовый аппарат. Вот знаете этот звук классического кассового аппарата, который широко известен, ну, типа, по всем американским фильмам? Это как раз изобретение Кеттеринга. Ну и потом он уже после этого дела попал в автомобильную сферу, где уже придумал электростартер и кучу других полезных штук. Короче, мозговитый был пацан, вот я о чем. Когда он занялся топливом, у него была гипотеза, что для экономии нефти нужно две вещи. Первое – сделать высокооктановый бензин, который будет выдерживать большую степень сжатия. Второе – сделать мотор, который будет работать с высокой степенью сжатия и не разваливаться при этом. И вот все это дело вместе снизит потребление бензина, при этом повысив мощность и эффективность моторов. Грубо говоря, на пальцах. Вот. Но вот на этих кривых пальцах как это работает? Вот все мы хотя бы приблизительно представляем, как работает ДВС. Поршень с низкой точки идет вверх, сжимая воздух и топливо, которое находится в цилиндре. Дойдя до максимального сжатия, то есть до точки, где поршень останавливается, в сжатую топливно-воздушную смесь бьет искра. И смесь начинает воспламеняться. Происходит расширение и высвобождение энергии, которая, собственно, толкает поршень вниз. А поршни, в свою очередь, прикручены к коленвалу. Вот к той самой металлической штуке, про которую мы с вами знаем, и, передавая энергию на этот коленвал, они его вертят. Сейчас внимательно. Придется немножечко напрячься, но вы сможете. Если вы уж махинацию на фондовом рынке выкупили из предыдущей картавой истории, то со степенью сжатия мы точно в силах разобраться. Вот это расстояние, которое проходит поршень от нижней до верхней точки, измеряют в сантиметрах. Допустим, у нас это будет 10 сантиметров. 10 сантиметров не грех, как говорится. Также измеряют расстояние, которое остается сверху поршня, в котором оказывается вся сжатая смесь. И у нас это будет, допустим, 1 сантиметр. И вот соотношение этих двух длин называется степень сжатия. В нашем случае получится 10 к 1. Теперь вопрос. При одном и том же количестве топлива, в каком случае при поджигании этого топлива высвободится больше энергии? При степени сжатия 5 к 1? Или при 10 к 1? Думаем. Правильный ответ при 10 к 1, так как при этой схеме вы сожмете больше воздуха. Горение это происходит из-за воздуха, и чем его там будет больше, тем и больше сгорит, и тем больше энергии по итогу мы получим. Но есть проблема, что при резком и сильном сжатии у нас растет температура. И вот тут уже встает вопрос характеристик бензина. Что произойдет с бензином и воздухом, если его сжимать до бесконечности? В какой-то момент оно просто взорвется. А взорвется оно от того, что если что-то бесконечно сжимать, то и бесконечно будет расти температура. А на определенной границе бензин все-таки взрывается. Это же понятно, я надеюсь, да? Кивни. Молодец. Так вот, теперь вспоминаем типичную заправку и пистолеты с циферками 92, 95, 98. Кто постарше, может вспомнить 80 и 72. Эта цифра называется октановое число. И чем больше эта цифра, тем большее давление и температуру может выдержать бензин, не взрываясь. Поймали это? Чем выше цифра, тем больше можно сжимать бензин. И чем она ниже, тем быстрее у вас бензин взорвется при сжатии. Эта характеристика зависит только от качества самого бензина и от присадок, которые в него добавляют. Если в мотор с высокой степенью сжатия залить низкооктановый бензин, который не может выдержать большую степень сжатия, то в момент, когда поршень идет вверх, и сжимает смесь, где-то по пути бензин начнет воспламеняться и взрываться. От взрыва у вас появится маленькая ударная волна, которая начнет бить в поршень и в стенки цилиндра. А поршень при этом у нас все еще идет вверх ей навстречу. И вот такая херня называется детонация. И это одна из самых главных убийц всех моторов. Если в современный сложный мотор залить топливо с низким октаном, то мотор развалится внутри мгновенно. Поэтому тип топлива и геометрические вот эти характеристики мотора — это постоянное уравнение, в которое играют автопроизводители. И к каждому мотору у вас идет рекомендация, что заливать нужно бензин вот не ниже такой-то границы. Выше — похер, бензин выдержит сжатие, а если ниже, то привет детонации и автосервису. Надеюсь, что понятно объяснил. Кивни, если уловил смысл. Умница. Держи второй поцелуйчик.
То, что тебя еще в жизни поцелуют, это за то, что ты понимаешь, что такое степень сжатия. Никто. Только крашеный мужик. Так и будем целоваться и говорить про сжатие. Про сжатие заднее! Главная проблема была в том, что у бензина того времени октановое число было что-то там на уровне 50. И делать бензин лучше промышленность не хотела, так как пришлось бы по новой перестраивать все заводы, а это дорого. Намного дешевле сказать «идите нахер». И промышленность так и делала. Вполне себе бюджетное решение. Поэтому моторы громко тарабанили и разваливались из-за детонации. Притом спирт имел намного более высокую степень сжатия, и именно поэтому на нем машины тогда ездили нормально. Но не забываем, сухой закон. И Кеттеринг такой: я решу этот вопрос. Голова есть, все точно решу. Вместе с ним в лаборатории работал вот этот персонаж, Томас Миджли, молодой химик. Они на двоих решили, что можно придумать присадку, которая могла бы повысить октановое число топлива. И начали заливать в бензин все, что попадется под руку, и смотреть, что из этого получится. В какой-то момент они залили в бензин йод, и мотор на нем стал реально лучше работать. И парни такие: о, это, наверное, потому, что йод красный. Красный цвет поглощает температуру. И давай туда заливать краску. Вот такой уровень познания в химии был в то время. Само собой, даже краска цвета самого холодного льда не снижала температуру при сжатии топлива. Но парней это не останавливало, и они продолжали развлекаться. Одновременно с этим в GM начинается шухер. Компания несла убытки и проигрывала рынок Форду из-за того, что Уильям Дюрант без разбора скупал вообще все, что не приколочено, тратил на это деньги и не сильно парился за эффективность этих предприятий. Дюранта выгоняют из компании и ставят на его место Пьера Дюпонта, известного предпринимателя и кризисного менеджера. У него была очень понятная и простая логика для кризисного менеджера. Если что-то не приносит компании прибыль, то от этого стоит избавиться. В общих статьях и расходов он находит Кеттеринга со своим напарником и вызывает их обоих на ковер. Разговор был примерно такой: либо вы приносите нам что-то, на чем мы сможем заработать, либо приносите заявление по собственному. К тому моменту единственное, что работало в экспериментах у Миджли, это спирт. Он сам на личном автомобиле ездил на смеси, состоящей из 40% спирта и 60% бензина. Где были эти 40% в нем или в топливе, не уточняется. С чистым бензином вообще ничего толкового не получалось. А при этом, даже если бы отменили сухой закон, это все равно бы не помогло парням, так как спиртовое топливо невозможно запатентовать. И, соответственно, нельзя на этом заработать. А Дюпонту нужно было что-то, что GM сможет запатентовать и продавать другим концернам как свой продукт, а в идеале всей нефтяной индустрии. Миджли был в панике. Во-первых, к моменту начала 2020 года разработка уже шла 5 лет. Первые эксперименты над топливом парни начали еще в 1915 году. И Томас очень сильно хотел найти решение. Очень сложно сдаваться, когда ты 6-й год кряду бьешься над решением какой-то вот задачи. Во-вторых, он очень уважал Кеттеринга и не хотел его подставлять, так как за провал в работе в первую очередь получил бы по шапке Кеттеринг, как руководитель. Все это давление приводит к тому, что Миджли начинает экспериментировать с токсичными и малотоксичными элементами. И, о чудо, решение находится очень быстро. Этим решением был свинец. При добавлении всего нескольких грамм свинца на целый галлон бензина детонация пропадала. И мотор работал ровно, тихо, не терял мощности. Плюс свинец дешевый. Его очень много в природе, и он очень понятный для производства, так как к тому времени из него делали очень много всякого. Типа там водопроводные трубы, пули, а также его добавляли в краску и в белило. Миджли идет к Кеттерингу и говорит: смотри, такая штука. Работает идеально, но я все-таки переживаю за то, что там есть свинец, так как чисто потенциально он не сильно полезный для здоровья. Кеттеринг смотрит на результаты, изучает данные и понимает, что это то, что нужно. И даже лучше, потому что и с детонацией справляется, и присадка дешевая в производстве, и формулу можно запатентовать. А на свинец-то похер. Половина страны покрашена свинцовой краской, нифига страшного. В 1921 году Кеттеринг патентует свинцовую добавку в топливо под названием тетраэтилсвинец, сокращенно ТЭЛ. И добавлять нужно было его в пропорции полграмма на литр топлива. Кеттеринг презентует разработку совету директоров GM, а также американскому химическому обществу. На презентации показывались данные, что присадка увеличивает октановое число топлива с 50 до 95,
и значительно уменьшает его расход. Все, само собой, в восторге. Поздравляют друг друга, Кэтринг и Миджли рады, так как получили признание и смогли наконец-то решить проблему. Химическое общество им такое уважение, жмет руки, хлопает по плечу. А руководство Джем уже сидит и считает потенциальную прибыль. По их подсчетам, если бы у них получилось занять примерно хотя бы 1/5 от рынка топлива, то они бы получили около 36 миллионов долларов чистой прибыли за год. А рынок-то растет. И потенциальная прибыль в перспективе там 10-15 лет вообще улетала в космос. В 1923 году в продажу поступает первая цистерна свинцового бензина. А спустя несколько месяцев GM и Standard Oil открывают совместное производство свинцового бензина, которое называлось этил, которое будет поставлять топливо на бензоколонки всей Америки. На должность президента завода ставят, само собой, Кэтринга, а вице-президентом ставят Миджли. Успех, радость, фейерверки. Но во всеобщей вакханалии никто не замечал тонюсенькие голоса специалистов Йельского и Гарвардского университетов, которые писали отчеты о том, что свинец опасен. И у них был случай, когда один из аспирантов в ходе экспериментов со свинцом умер от отравления. А Томас Миджли, автор присадки, не смог лично забрать свою награду от американского химического общества, так как он лежал на больничном с пищевым расстройством, аномально низкой температурой тела и низким давлением. У Миджли также было острое отравление свинцом. Еще не успели пройти заголовки в газетах об успешном открытии завода этил, как производство столкнулось со странными проблемами у сотрудников. Иногда кто-то из людей начинал странно себя вести. Аномально часто, чаще, чем на других нефтеперерабатывающих предприятиях, люди просились на больничный. А кто-то и вовсе переставал ходить на работу и пропадал. Миджли, изобретатель ТЭЛ и вице-президент завода, как только встал на ноги после своей болезни, тут же прилетает на завод и начинает разбираться, что там происходит. А происходило буквально следующее. В течение 23-го, в год, когда был открыт завод, несколько человек умерли от обезвоживания и общего расстройства организма у себя дома. А несколько десятков работников уехало в психушку. А те люди, кто еще работал на заводе, ходили как-то пошатываясь, неуверенно, да и в целом вели себя странненько. И Миджли такой: «Так, кажется, мы тут убиваем людей». Да, еще один упал. Мы точно убиваем людей. А я еще до завода не дошел. То, что свинец токсичен, люди знали еще очень давно. Химики на протяжении всей современной истории постоянно над ним экспериментировали, потому что его просто дохрена в природе. И все прекрасно знали, что если что угодно смешать со свинцом и вылить его на что-нибудь, то вот этому чему-нибудь не позавидуешь. А если ты еще и парами надышишься, то вообще отъехать можно. Для тех, у кого сейчас мозг хрустит от того, что металл можно там куда-то вылить, а еще и надышаться им, поясню. Тетраэтилсвинец — это летучая жидкость. Летучей жидкостью называется любая жидкость, которая быстро испаряется. Вот, грубо говоря, что будет с вами, если вам сделать кальян на вине, например? Вы будете в говно после нескольких затяжек, это понятно. А почему так будет? Потому что спирт — это летучая жидкость. Он очень легко испаряется, и пары алкоголя через легкие моментально всасываются в кровь, так как у вас легкие существуют как раз таки для того, чтобы кислород моментально и напрямую всасывался в кровь. А кровь, в свою очередь, насыщенная парами алкоголя, разлетается сразу по всему организму, и вы моментально в говно. Когда вы пьете алкоголь, то у вас он поступает в кровь через желудочно-кишечный тракт, фильтруется внутренними органами, печенью, там, вот этим всем. А через легкие у вас прям напрямую впрыск в кровь. И вот тетраэтилсвинец — это точно такая же летучая херня, как и спирт, только состоит она из хлористого этила, свинца и натрия. Если смешать вот эти вот все три штуки в определенных пропорциях, то получится жидкость. Если все еще есть хруст в голове от того, что металл можно с чем-то смешать или растворить, еще одна маленькая ремарка. Помните химию в школе? Я знаю, вы вряд ли ее любили, но помните хотя бы, что она у вас была? Молодцы. Вот помните такое название — соляная кислота. Сейчас кто-то, кто терпеть не мог химию в школе, такой вьетнамский флешбэк словил. Ух, держитесь там, я с вами. Короче, соляная кислота — это H-хлор. Купить эту фигню можно на каждом углу абсолютно.
Вот если в нее кинуть алюминий, прям кусок металла, то он растворится. При этом водород, который будет в кислоте, свалит в виде пузырьков, а в пробирке у вас останется хлорид алюминия. Жижа? Жижа. А металла там целый брусок. Короче, суть уловили, надеюсь. Ловил? Кивай. Молодец. Держи третий поцелуйчик. Тетраэтилсвинец получают при взаимодействии хлористого этила и сплава свинца с натрием. Ни то, ни другое, ни третье вам внутри организма не пригодится, поверьте. В процессе реакции натрий с хлором улетучиваются, и остается только H. Водород. С. Углерод. И я? Я ебал твой рот. Не, вместо меня там свинец. И по итогу это летучая жидкость, которая очень хорошо испаряется, и свинец натурально летает в воздухе. А при достаточном попадании паров внутрь человека, тетраэтилсвинец в первую очередь поражает мозг и всю нервную систему. Абсолютно всему, где есть нервное окончание, моментально привет. А нервное окончание, спойлер, у вас есть абсолютно везде. Единственный орган у человека, в котором нет нервных окончаний, это сердце твоей бывшей. Нарушается психика. В теле появляется сильная слабость, и вообще весь организм начинает отъезжать, так как нарушаются абсолютно все процессы внутри. Но это мы сейчас знаем. А вот в тот момент все знали, что свинец вроде бы как не полезен. Но в целом покатит, не страшно. Но самое важное, что Миджли знал об опасности своего изобретения. Он на своей шкуре прочувствовал, что такое отравление ТЭЛ. Поэтому он изначально и не был уверен в том, что эту присадку вообще стоит пускать в производство. А когда у него на производстве натурально начали отъезжать люди, он понял, что это все его ответственность. Он прибегает к кэтерингу и такой: «Крестьяне! Крестьяне, милорд! Мрут как мухи! Никого не осталось! Ни мух, ни крестьян! А если нас с вами поймают за это, то знаете, чего еще не будет? Нашей анальной девственности». Хотя о чем мы переживаем-то по этому поводу? Все мы помним лето 87-го. Кедеринг его успокаивает и продает ему идею, что много кто работает с токсичными элементами, и у кого люди толпами на производствах не умирают. Все дело просто в технике безопасности. Надо нормально обучить рабочих, и все будет чики-пуки-брики-рики-тики-тави. Джем же. У них же вся регламентная документация так пишется. Я просто ничем другим существование Шевроле Круза объяснить не могу. Короче, Кэтеринг успокоил Миджли и сказал, что займется вопросом. Хотя, фактически, все, что сделал Кэтеринг, это нанял еще одного химика, Роберта Кеха, вот этого чувака, и поставил ему задачу сделать производство ТЭЛа безопасным. Ну и также провести всю необходимую обучающую работу с сотрудниками. Кеха сказал свое уверенное «Угу» и пошел разбираться. Но настоящая проблема для всего завода заключалась не в самих смертях как таковых, а в том, что про них пронюхала пресса. Потому что тут же, моментально, во всех больших изданиях появляются заголовки типа формата «Неизвестный газ сводит людей с ума! Неизвестный яд убивает рабочих на заводе этил! На заводе этил люди сходят с ума! И кто же несет ответственность за смерть рабочих на заводе этил перед их семьями?» А в следующем, 24-м году, еще два сотрудника умерли прямо на производстве, плюс к ним партия из нескольких десятков отправилась в психушку, и по неподтвержденным данным прессы, есть еще несколько сотрудников, которые тихонечко самоубились у себя дома. Пресса рвала на части завод «Этил», «Джем» и «Стандарт Ойл». «Джем» и «Стандарт» тупо отмалчивались, а Кеттеринг все-таки иногда выходил к прессе ответить на вопросы, и вот лучше бы он этого не делал. Например, на одной из пресс-конференций, которая проводилась сразу после очередной смерти на производстве, на вопрос «Почему у вас умер сотрудник?» на заводе. Кэтеринг ответил: наверное, он много работал. И естественно, такими комментариями он провоцировал все новые и новые волны хейта. Скандал раскрутился до такого масштаба, что его уже просто не могли игнорировать даже на правительственном уровне. Американская ассоциация здравоохранения вместе с правительственными чиновниками тормозит завод и вызывает руководство на ковер под предлогом: «Вы что там натворили?» Этил здраво решил, что Кэтеринга отправлять пояснять ребятам за базар не стоит, а то он там ляпнет что-нибудь в духе «Мы все рождены, чтобы умереть», и все, можно идти, собирать чемоданы и идти на биржу труда. И поэтому говорить словами через рот туда отправили Роберта Кеха. И комиссии Кеха втер просто великолепно. Во-первых, он сказал, что у нас тут все пока экспериментальное, мы только первые партии делаем,
И так как ТЭЛ штука новая, мы сами сейчас поймем, как его лучше производить. И все будет в порядке, за технику безопасности не переживаем, будем следить, все будет хорошо. А во-вторых, Кеха такой, у вас есть доказательства, что люди умерли именно от ТЭЛ? Да, то, что он вот тут вот мертвый валяется, это факт, не спорю. Но люди же много от чего умирают. У него вот жена Opel недавно купила, может быть, не от этого мотор и встал, а вы тут нам завод будете закрывать. Вот когда у вас будут на руках доказательства, что люди умирают именно от тетраэтилсвинца, тогда и будете нам что-нибудь прикрывать. Если хотите нас запретить, то сначала докажите это. А пока мы вам говорим, что ТЭЛ безопасен, так как обратных доказательств этому нет. И это прокатило. Ассоциация здравоохранения собиралась разбираться с руководством 3 дня. Но в первый же день после выступления Кеха комиссия разъехалась и разрешила работу заводу, так как реальных доказательств на руках у них все-таки не было. А то, что люди волновались и перешептывались там из-за новостных заголовков, это не было аргументом, чтобы закрывать завод. Но Кеха не только умел чесать языком, а еще очень много и эффективно работал. Он начал расследовать абсолютно все смерти на предприятии, там, опрашивать заболевших, всех пострадавших, наблюдать за всеми рабочими процессами и измерять уровень загазованности всех помещений там, и так далее. И везде, где он находил опасность, тут же исправлял этот момент. Во-первых, он переделал абсолютно всю вентиляцию на производстве и также установил вентиляторы в каждый цех. Во-вторых, он разработал и внедрил специальную форму одежды, которая защищала кожу от контакта с химикатами. В-третьих, он ввел систему обязательного обучения сотрудников, прежде чем допускать их до производства. Фактически Кеха просто ввел нормальную технику безопасности и заставил всех работников ее соблюдать. Для современного мира это норма, а вот тогда далеко не каждое предприятие думало о том, что работник может сам себе навредить на рабочем месте. Плюс Кеха выбил из GM и Standard Oil бюджет на постройку и создание лаборатории, которая будет заниматься исследованием влияния ТЭЛ на организм человека. И в целом будет проводить исследования токсичных веществ. Корпорации, само собой, с радостью выделили деньги человеку, который не дал закрыть их завод. Но с одним условием, что все материалы и статьи, которые будет рожать лаборатория перед публикацией, будут изучать специалисты General Motors и Standard Oil. И самое главное, что специалисты GM и Standard могут вносить правки и комментарии в материалы, и решение о публикации этих материалов остается за корпорациями. А фактически это означает, что юристы и руководители компаний, GM и Standard, сами решали, что обнародовать из своих исследований, а что засекретить и никому не показывать. Вообще, секретность всех материалов про ТЭЛ была с самого начала. Руководство концернов не использовали слова ТЭЛ, токсин, свинец в личной переписке и в каких-то официальных документах. Все внутренние материалы лабораторий, переговоров, встреч и всего, что связано с ТЭЛом, рассекретили только недавно. И из того, что недавно обнародовано, есть упоминание, что буквально за несколько дней перед конференцией с Американской ассоциацией здравоохранения Кэтрин вместе с несколькими юристами из GM и Standard нанесли личный визит руководителю ассоциации. О чем они там говорили, неизвестно, но вряд ли погоду обсуждали. Тем временем лаборатория Кеха пришла с первыми результатами, которые показывали, что повышенный уровень свинца в крови был абсолютно у каждого сотрудника завода. И неважно, работал ли он с ТЭЛ напрямую или подметал территорию соседних цехов. Даже у тех рабочих, кто вообще ни разу не прикасался к ТЭЛу, свинца в крови было дохера и больше. И из этого исследования Кеха делает вывод, что свинец — это естественный элемент в крови человека. Он же у всех в крови. У всех. Ну и отлично, значит, он там и должен быть. И похер, что мы в своем исследовании не брали людей, кто у нас не работает. Мы про это говорить не будем. Это погрешность, можно пренебречь. Логика и объективность. Второй вывод. Раз уж свинец нормальный элемент в крови, то у него должна быть норма. Пусть будет 80 мг на 100 мл крови. Почему? А хер знает, просто цифра нравится. Реально, обоснование было вот прям такое. Просто так. И из этой цифры следовало, что если у человека в крови 79 миллиграмм, то с ним все в порядке. А если 81, то это жопа, и надо что-то делать. Вот с этими двумя заявлениями Кеха и вышел к политикам, здравоохранителям и вот общественности, вот прочим всем этим ребятам, что свинец-то нормально, вот вам норма, и у наших рабочих она меньше. Аргументы против имеются, а аргументов против не имелось. Никто не располагал никакими данными по поводу свинца, и по большому счету-то всем было пофиг.
Общественность успокоилась, ну и ладушки. И производство тетраэтилсвинца продолжилось. И буквально через несколько лет этилированный бензин будет на каждой бензоколонке в США, а потом и во всем мире. С глобальной точки зрения, на всю нефтяную промышленность этиловый бензин был штукой хорошей, так как он все-таки снижал расход бензина на автомобили из-за более правильного сгорания и позволял экономить нефть, которая заканчивалась, напоминаю вам. Ситуация с новыми месторождениями никак не двигалась. Вообще, с момента там, 1919 года, когда был основан институт нефти, до 1923-24 года, когда появился, собственно, этилированный бензин. Новых месторождений с достаточным запасом нефти просто не находили. Как и не находили их с 1924 по 1930-е года. Копали Пенсильванию, другие штаты, но все, что получалось найти, это небольшие месторождения, которые смогли бы отсрочить вопрос на пару-тройку лет. И у Standard Oil не было решения. Под Standard Oil я имею в виду все компании, на которые он развалился. Хоть все и лавочки назывались по-разному, суть одна и та же. И выгодоприобретатель тот же. Но в 1933 году в одном из офисов компании раздается звонок. Человека, который звонил, звали Карл Твитчелл. И он был хорошо знаком с руководством различных дочек Стандарта. Карл звонил Ллойду Гамильтону, вот этому парню, одному из главных юристов Standard Oil. По телефону Карл сказал ему примерно следующее. «Мне без разницы, какие там у тебя планы. Ты сейчас бросаешь все дела, берешь чемодан, садишься в чертов самолет и летишь ко мне». Ллойд, конечно, немного офигел от такой постановки вопроса, но спросил, а куда, собственно, лететь? Ответ был – в Саудовскую Аравию. Первое, что приходит на ум при упоминании первой половины 20 века, это две мировые войны, в которых участвовала почти вся планета. И помимо горы трупов и разрушенных человеческих жизней, эти две войны довольно заметно поменяли границы государств. Где-то кто-то захватывал новые территории, где-то колонии восставали и освобождались от контроля империи, а кто-то кучкой стран или регионов объединялся в одну большую страну. Вот таким макаром через объединение регионов появилась Саудовская Аравия. Было четыре региона на Аравийском полуострове. Это Неджда, Хиджаза, Эль-Хаса и Катифа. В 1932 году они объединяются в единую страну и называют себя, собственно, Саудовской Аравией. Главой новоиспеченного государства стал вот этот чел, Абдул-Азиз II. По-русски это Абдул-Азиз ибн Абдурахман ибн Фейсал Аль-Сауд. Блин, прикольно, наверное, быть главой Саудовской Аравии. Ходишь весь себя такой в простыне, гарем имеешь, кальяны куришь. Настоящий тигр, может подумать кто-нибудь из вас. Тигр-то, конечно, тигр, но надо пояснить, как выглядела Саудовская Аравия в 1932 году. Выглядела она примерно так. И даже сверчков у вас там не будет, это мы подложили. Все, что у вас там есть, это песок, верблюды и аравийцы. Не арийцы, прошу заметить. Очень важное уточнение в 30-40-х годах 20 века. При детальном и очень внимательном рассмотрении пейзажа можно заметить проблему. Нет воды. У пустыни есть такое свойство, что там нет воды. А у человеческого организма есть такое свойство, что без воды он не может. Даже если бы политики вышли с заявлением, что надо затянуть пояса, надо немножко потерпеть, сейчас не время пить воду, вот построим коммунизм и тогда... Я тут прикалываюсь, само собой, но вопрос стоял действительно остро. Своей воды нет, дождей не ожидается, а закупать воду Аравия не могла себе позволить, просто потому что денег нет. Это сейчас, в современном мире, каждый второй житель в Саудовской Аравии – это украинская эскортница. Очень важный маркер благосостояния. А тогда денег не было вообще. Правительство понимало, что своими силами им тут проблему не зарешать, так как ни специалистов, ни денег, ни времени нет. Была только гипотеза, что в пустыне есть вода. И очень большие надежды на это. Помимо песка, в пустыне встречались каменистые участки. И это давало маленькую надежду, что где-то можно накопать подземные воды. Для этого вопроса правительство пригласило к себе вот этого чувака, Карла Твитчелла, эксперт геологии и опытного буровика. Он согласился помочь, собрал экспедицию в 1933 году и пошел в пустыню брать пробы грунта и ковыряться в каждой дырке, которую смог там обнаружить.
Воды они там не нашли, но где только Карл не начинал брать образцы, он всегда натыкался на признаки нефти. Вернувшись из экспедиции, он сказал Абдулу Азизу примерно следующее. «Босс, Ир знает, что вы будете пить, но, похоже, я знаю, что вы будете продавать. Но мне нужна помощь. Один я не вывезу. У меня тут есть пара знакомых, дайте мне сделать несколько звоночков, и все порешаем в лучшем виде». И вот на этом моменте Карл звонит руководству Standard Oil и говорит, что надо все бросать и лететь сюда. Как только боссы из нефтянки поняли, что пахнет жареным, они тут же предложили свою помощь Саудовской Аравии в разведке и исследовании местности, мол, мы все такие благородные, хотим вам помочь с разведкой и обустройством месторождений, само собой, все расходы возьмем на себя, вам вообще ни о чем не нужно переживать, дорогой наш Абдул-Азиз ибн Абдурахман ибн Фельсан Аут, или как там тебя? Правительство Саудовской Аравии понимало, что Западу нужна нефть и топливо, но понятия не имели, как ее добывать, как перерабатывать, какой объем нужен, сколько это может стоить по вложениям и так далее. В верблюдах разбирались великолепно. В одногорбых, в двугорбых, в каких хочешь, а вот в нефти не зуб ногой. И очень сложно отказать, когда любезный Standard Oil прилетает всей толпой с широченной улыбкой и говорит, что мы тут все сейчас организуем, да, все заплатим, не переживайте, вот ваш кальян, пожалуйста. Да и не было смысла отказывать. Можно было, конечно, послать всех нахер, но своих-то денег на разработку все равно нет. Делать было нечего. Короче, договорились на чем. Standard Oil берет на себя все расходы на разведку, разработку, строительство предприятий, прокладку трубопровода и получает возможность добывать нефть. Но все-таки месторождение принадлежат Саудовской Аравии, поэтому с каждого добытого барреля нефти компания будет платить налог в казну. Фактически, Саудовская Аравия получала просто чистую прибыль в виде налогов себе в бюджет, и на эти деньги уже могла решать свои внутренние проблемы. Покупать воду, заливать ее в кальян и, в общем, шиковать. В 1939 году состоялось торжественное открытие первого нефтепровода. Ля, какие все довольны. И мало того, что нефть, в принципе, была очень нужна Америке для своей промышленности, в этом же году начинается Вторая мировая война. И спрос на топливо и энергоносители только повышается. А с этим ускоряется строительство все новых и новых заводов, так как месторождений оказалось намного больше, чем все думали изначально. И не только в Саудовской Аравии, а по всему региону. За 20 лет с 40 по 60 добыча разворачивается по всему Ближнему Востоку. И балом правят так называемые семь сестер. Это Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Chevron, Mobil, Gulf Oil и British Petroleum. И что важно, что все они — это бывший Standard Oil. И всегда разработка и добыча велась на одних и тех же условиях. Мы все делаем сами, просто платим вам налог. Притом налог платился исходя из цены барреля нефти. И из-за того, что объемы добычи были огромные, для корпораций нефть получалась намного дешевле, чем своя собственная, даже с учетом доставки до США. А сестры добывали 80% всей нефти на Ближнем Востоке, но и этого им было мало. Корпорации договаривались между собой и намеренно сдерживали цену на нефть, чтобы платить как можно меньше налогов. Фактически ведь что получалось? Они закупали нефть сами у себя, для своих же нефтеперерабатывающих заводов. И низкая цена на нефть тебя вполне устраивает, если ты все равно потом заработаешь в три конца на бензине и прочих продуктах, которые ты получишь из нефти. А вот налогов для стран, на чьей территории ты добываешь нефть, заплатишь мало. Профит! Но такой расклад вообще никак не устраивал правительство Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, вот этих всех ребят. Они позвали к себе еще Венесуэлу, забили кальян и такие: «Пацаны, надо как-то обкашливать вопрос. У нас тут все добывают, зарабатывают. Мы тоже зарабатываем, но как-то хотелось бы побольше. Что думаете?» Они прикинули, что на их территории суммарно находится 65% от всех известных мировых запасов нефти. Для сравнения, в России, например, что-то около 5% от общих известных запасов. И парни решили, что они объединяются со слоганом «брат за брата, так за основу взято». И одним фронтом скажут, что мы поднимаем цену на нефть и нефть. Либо вы соглашаетесь, либо идете в жопу. Вон там наш самосвал Калашникова припаркован нам как аргумент. Таким макаром появился ОПЕК. Вот как эта штука расшифровывается. Организация экспортеров нефти по-русски. Изначально в составе была только Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Венесуэла. А потом к парням еще подтянулись Объединенные Арабские Эмираты. Это отдельная страна, если что. Алжир, Катар, Индонезия.
А это уже почти 75% всей известной нефти на планете. Когда страны ОПЕК выступили с тем, что вот теперь так и никак иначе, США и Европе ничего не оставалось, кроме как согласиться и признать ОПЕК полноправной организацией, с которой нужно считаться. Было это в 60-м году. За несколько лет ОПЕК мало того, что берет контроль за ценой нефти в свои руки, так они еще и начинают решать, в какую страну, какой объем они будут поставлять. И чувствовали в этом свою силу. Но если посмотреть на график стоимости нефти, то можно увидеть, что в 60-е сильно как-то ситуация не менялась. Да, нефть там стоила то на доллар дороже, то на доллар дешевле, но ничего значимого. А вот в 73-м году график улетает в космос. И вот почему. В 73-м году у арабов случается конфликт с Израилем. Они там как бы постоянно друг друга убивают, насилуют, все привыкли, ничего нового. Но после двух мировых войн мир был глобально настолько в шоке от того, что натворил, что решил больше подобных штук не допускать. И все серьезные страны сели, подумали и создали ООН, Организацию Объединенных Наций. ООН — это такой цирк с конями, который за все хорошее в этом мире и против всего плохого. Если вдруг в мире что-то происходит, что, по мнению ООН, является несправедливым или опасным, они тут же вмешиваются и наводят там шухер. Когда случается конфликт, мало того, что вся Европа и ООН такие: «Тут арабы не правы! Мы подумали и решили, что евреи молодцы! Go-go, Jews, как говорится!» Так еще и США начал под видом гуманитарной помощи отгружать Израилю оружие. Шейхи на все это дело смотрят и такие: «Ле, уважаемые исполнители, салам алейкум! Еврейский люля-кебаб — это наша древнешейхская традиция, которую нарушать ни в коем случае нельзя!» «Если такие умные, мы ограничим поставки нефти!» «Все, покиньте кальян!» «Это что, газ?» И Европа с Америкой в этот момент такие: «Пу-пу-пу!» «То есть воюют там они, а крайними оказываемся мы?» «Мы даже ничего не можем сделать, но при этом во рту ощущается какой-то очень странный вкус». «Да. А! Это ж ху!» Началась натуральная паника. Все производства, энергетика, да и в целом экономики развитых стран тогда держались только на нефти. И когда ты понимаешь, что на ресурс, на котором у тебя держится вообще все, накладывают ограничения, то что ты будешь делать? Правильно, ты купишь впрок, сколько сможешь, чтобы хоть как-то отсрочить экономическую задницу. А как мы уже с вами знаем, если на какой-то товар начинается панический спрос, то что он делает? Взлетает в цене, конечно. И шейхи в кальянные такие: «Братан, здесь и второй, теперь можем себе позволить». Мало того, что страны побежали оголтело скупать все, что не приколочено, так еще и по странам Европы и в США пролетела волна супердурацких ограничений. В Британии, например, закрыли авиасообщение, запретили поездки на автомобилях по выходным и праздникам, а премьер-министр Англии очень сильно просил граждан отапливать только одну спальню, а не весь дом целиком. В Италии и Германии резко повысился спрос и цены на велосипеды. А из-за дефицита в Италии даже появился черный рынок велосипедов. Если на велосипедах можно было заработать больше, чем на кокаине, то ладно, так уж и быть, и этот грех по распространению заразы мафия возьмет на себя. В Голландии ввели тюремное заключение за превышение энергетического лимита на одно помещение. А во Франции людей штрафовали, если температура в доме превышала 20 градусов. В Америке таких жестких мер не было, просто на 20% АЗС не было ни капли топлива. А если у тебя номер заканчивался на четную цифру, то ты мог заправиться только по четным числам месяца. Остальные заправлялись по нечетным. Но самый кек заключался в том, что фактически страны ОПЕК снизили поставки всего лишь на 7%. Нефть как поставлялась, так и поставлялась. Просто все перессали со страху. И этот мировой кризис был спровоцирован просто словами. Словами через рот. Группа людей с яйцами сказала: «Нефти мы вам не дадим». И все побежали в панике помирать и вешаться. Нефтяной кризис 1973 года – это первая ситуация в мире, когда всем стало очевидно, что для того, чтобы оказать влияние на страны, чтобы заставить полмира плясать под свою дудку, тебе не нужны ракеты, тебе не нужна огромная армия фанатиков, и даже со стула вставать не надо. Достаточно владеть ресурсами и иметь увесистый объем яиц, чтобы воспользоваться этим. И начиная именно с момента 1973 года, нефть
просто из черной жижи превращается в то, что может тебя наделить властью. И нефть, и все ее продукты становятся очень серьезным рычагом политического давления, с которым приходилось считаться всему миру. Кто бы что ни говорил, абсолютной свободы не существует. Как на уровне отдельно взятого человека, так и на уровне государств. Конечно, все такие там стремятся к максимальной свободе, чтобы ни от кого не зависеть, диктовать свои правила. Но нет. В Европе своей нефти нет как явления. И они в любом случае зависимы от стран ОПЕК и поставщиков газа по типу России, какими бы прогрессивными и развитыми они бы ни были. И кризис 73-го года наглядно это показал. И вот какой логичный вывод ты сделаешь, когда словишь такой прикол с ограничением поставок и глобальной паникой в стране? Что нужно искать альтернативные источники энергии, конечно же! Но мне казалось, что одного сухого прагматизма тут недостаточно, чтобы все вдруг резко озаботились альтернативными источниками энергии и экологией. Экология-то тут при чем? О ней же тогда вообще никто не думал, а сейчас экология — это главный довод отказа от углеводородов. То, что Европа осознала свою зависимость, это окей. Этот факт нам еще пригодится. Но каким макаром все озаботились об экологии и о том, что автомобиль — это главный враг чистого воздуха? А началось все, как это обычно бывает, с одного впоротого гика. Пока разворачивалась экспансия американских нефтедобывающих компаний на Ближний Восток в 50-х, в одной из лабораторий в Штатах сидел один гик и ковырялся в метеорите. Настоящий ученый, у которого ничего нет за душой, кроме науки, и в голове тоже, кроме науки, ничего не содержится. Звали этого персонажа Клэр Паттерсон, один из самых талантливых ученых-геофизиков 20-го столетия. К моменту 53-го года он уже известный на весь мир ученый, так как он был одним из авторов атомной бомбы, которую скинули на Японию. После того, как он увидел, к чему привела его работа над оружием, он решил, что больше в этой сфере никогда работать не будет, и решил заниматься чем-нибудь мирным. А именно, он решил выяснить возраст Земли. К середине 20 века никто точно не знал, сколько Земле лет, как планете. Но у Паттерсона была идея, как это дело выяснить. И для этого ему нужен был массоспектральный анализ. Зачем я вообще это все рассказываю? И что это такое? Сейчас объясню. Не переживайте. А вот представь, ты ученый, и к тебе приходит кто-то, притаскивает с собой камень и говорит: скажи мне, что это такое, из каких элементов оно состоит и сколько в граммах какого элемента тут есть. Вот что ты будешь делать? Офигевать — это понятно, но надо же как-то вычислить, из чего и в каких долях состоит камень. Зачем, в принципе, выяснять, из чего состоит какой-то кусок породы, я думаю, понятно. Ну, типа, как минимум искать различные месторождения, например. Ну, или просто по приколу, так нефиг делать, люди так иногда делают. И если раньше вообще хрен пойми, как понять, из чего что-то сделано, то сейчас можно засунуть породу в специальный прибор, и он тебе все скажет. На каком принципе основываются подобные приборы? Берут ионную пушку, стреляют в предмет ионами, а потом смотрят, куда они прилетели. И в зависимости от материала предмета, траектория полета иона будет разной. Помните из школы вот эту херню, что каждая молекула состоит из атомов, есть положительные, отрицательные, вот это все. Так вот, у каждого вещества молекулы имеют свое уникальное магнитное поле. И зная, каким образом ионы отклоняются от траектории, от магнитного поля каждого элемента, можно анализировать различные предметы на его состав. Возможно, кто-то из ученых или людей науки сейчас немного подпечется от такого объяснения, но я намеренно упрощаю, так как нюансы и детали нам тут не важны. Важно знать, что Паттерсон вот такими штуками развлекался. Паттерсон полагал, что метеориты — это остаточный материал от времен образования Солнечной системы. Вот когда большой взрыв случился, вот с того времени это все дело по космосу и летает вместе с планетами. И если вычислить возраст метеорита,
то можно и понять возраст Земли, так как они должны быть там плюс-минус погодками. Ну там, в школе в одной учились, вот это все. А возраст метеорита можно понять по количеству урана в нем. Уран, как элемент, с течением времени распадается на свинец. И вот оно нужное нам слово. Если понять соотношение урана к свинцу в объекте, то можно вычислить его возраст через специальное уравнение. Как только Паттерсон сложил у себя в голове, что можно таким макаром вычислить возраст Земли, он тут же пошел в ближайшую метеоритную за метеоритом, притащил его к себе в лабораторию и давай развлекаться. Первое, что ему нужно было сделать, получить чистый образец метеорита. Потому что пока он прилетел к нам на планету, пока он валялся где-то в поле, пока его транспортировали до лаборатории, на него налипла куча всякого говна. И само собой от этого говна нужно было его очистить, чтобы эксперимент был точный. Но в первом же эксперименте Клэр уперся в то, что свинца что-то слишком много. Значения просто шкалили. И он такой, ну, наверное, это от предыдущих исследований осталось что-нибудь, помою-ка я лабораторию. Он помыл стены, протер все оборудование, все банки, склянки обработал дистиллированной водой, проводит эксперимент снова, и никакого результата. Все в свинце. Свинец сочился буквально из всех щелей. Он был везде, на коже, на одежде и даже в воде из-под крана. И вот в этот момент Клэр понимает, что это как минимум странная херня. Он продезинфицировал всю свою лабораторию химраствором, установил пневмонасос в вентиляцию, обтянул все полиэтиленом, а сам работал в маске, в халате и сверху заматывался в пленку. Но все равно свинца было слишком много. И это не давало ему провести эксперимент. Что бы он ни делал, как бы он ни пытался добиться стерильности, у него ничего не получалось. Надо сказать, что в 50-е годы толком над стерильностью в лабораториях никто не работал. Ну, типа, перчатки надел и все, молодец. Поэтому все на Паттерсона смотрели много странно, когда он делал себе комнату и костюмы из мусорного пакета. Но Паттерсон был упертым парнем. И если методично долбить в одну точку на протяжении долгого времени, то у тебя обязательно должно что-то получиться. Ему 5 лет потребовалось на то, чтобы построить свою первую стерильную лабораторию и в итоге все-таки получить чистый кусок метеорита без примесей, которые могли налипнуть на него сверху. Потом он еще 3 года потратил на то, чтобы построить новую лабораторию для проведения экспериментов со спектральным анализом, так как в предыдущую просто аппаратура не влезала. И в 56 году, спустя 8 лет чистки помещений и изучения метеорита, он завершает свое исследование. И получает результат, что Земле 4,5 миллиарда лет. Аплодисменты, признания, награды. Но Паттерсону уже было не до этого. Он хотел понять, что за нахер происходит со свинцом и почему его везде так много. Просто чтобы вы понимали, что у него было в лаборатории. Первое. Была запрещена обычная одежда как явление. Все лаборанты и он сам ходили в специальных костюмах. Второе. В здании была переделана абсолютно вся вентиляция, таким образом, что лаборатория была полностью герметична. Но при этом в вентиляции стояло специальное аэродинамическое оборудование, которое подавало очищенный от всех примесей воздух. Третье. В лаборатории была заменена вся проводка, так как на ней был свинцовый припой в то время. И четвертое. Все поверхности помещения мылись специальными химическими растворами несколько раз в день. Паттерсон никого не пускал в здание, говоря, что если кто-то придет с улицы и просто зайдет в помещение, то на волосах он с собой принесет столько свинца, что нужно будет отмывать все помещения несколько дней. И почему так происходило, Клэр не понимал. Точнее, он не понимал, это нормально или нет. Всегда так было, что вокруг столько свинца, и вот мы только сейчас это заметили, потому что появилось спектральное оборудование. Или это какой-то новый процесс на планете? А надо сказать, что любые исследования стоят денег. При этом довольно больших денег. И у Паттерсона, само собой, их не было. Например, бюджет на исследование метеорита он получил от комиссии по атомной энергетике, когда сказал им, что его разработки помогут в создании уранового топлива. Это было вранье чистой воды, о чем сам Паттерсон позже говорил, но он не стеснялся такими методами выбивать себе бюджеты. Он изучал уран? Уран. В урановом топливе есть уран? Есть. Ну и все, что докопались. Так вот он подумал, что картину по свинцу можно проверить вот каким макаром. Можно снарядить экспедицию в океан, набрать образцов с различных глубин и слоев Мирового океана и сравнить содержание свинца во всех из них. И если свинца будет везде одинаково дохера,
то можно расслабиться. Значит, это нормальное явление. Он пришел к представителям нефтяной промышленности и сказал, что своими исследованиями он может найти новые месторождения нефти в океане. Мол, мы там где-нибудь в слоях воды найдем следы нефти, и можно будет там поковыряться. Ребята с радостью отвалили ему 200 тысяч долларов, и Паттерсон отправился в экспедицию. Суммарно, экспедиция прошла от Тихого океана до Саргарасского моря, и были взяты образцы из всех водоемов по пути. По возвращению он, естественно, снова запирается в своем полиэтиленовом пакете и садится за образцы. И вот на этом месте у него волосы начинают шевелиться на жопе. В образцах, взятых у поверхности, свинца было в среднем в 20 раз больше, чем у глубоководных. А это значит, что свинец появился недавно. Он начал изучать извержения вулканов, там, типа и подобные природные катаклизмы, чтобы найти хоть какую-то логику, откуда взялось столько свинца в последние 100 лет. Но логики не было. Все катаклизмы были локальные, а свинца было равномерно дохера везде. И совершенно случайно он натыкается в своих поисках на какой-то отчет нефтяной промышленности об очередных успешных и огромных объемах производства и продажи свинцового бензина. И в этот момент у него срастается картинка. Это все из-за тетраэтила свинца. И ни у кого ничего не спрашивая, он пишет подробный отчет о своих исследованиях метеорита, океана и о том, насколько много свинца везде и что это происходит точно из-за людей, а точнее из-за нефтяной промышленности. И публикует его в научных изданиях. Институт нефти приходит в бешенство. Мало того, что Паттерсон никого не предупредил и никому ничего не показал, он поливал их говном за их же счет. Ведь они же ему выделили деньги на океаническое исследование. Финансирование, само собой, тут же прекращается, а люди из Института нефти начинают давить на руководство Калифорнийского института, в котором работал Паттерсон. Мол, чтоб они срочным образом прекратили его деятельность. Но было уже поздно. Самое главное уже произошло. Научное сообщество начало потихоньку обсуждать статью, и все поняли, что это, походу, реальная проблема. Когда нефтяники поняли, что обрезать финансы бессмысленно, они решили зайти с другой стороны. Отправили к Паттерсону своих юристов и представителей, чтобы они его уболтали заниматься чем-нибудь другим. Мол, смотрите, многоуважаемый, у нас есть деньги, мы можем профинансировать все, что угодно. Хочешь, хоть поезд полиэтиленовых пакетов тебе привезем, только к нам не лезь, пожалуйста. Но все, что получили ребята, это лекцию о том, насколько вреден свинец. И ушли ни с чем. Институт нефти не знал, что делать с этим гиком. Бизнеса у него никакого не было, выгодных патентов тоже. И давить на него и угрожать было нечем. Это был просто упорный геолог. После того, как на Паттерсона обрушилась вся нефтяная промышленность, он понял, что надо идти до конца. Он публикует еще одну статью, где со всей критикой обрушивается на общепринятые нормы по содержанию свинца в человеческом организме. И лично он обрушивается на Роберта Кеха, который установил норму в 80 миллиграмм. Роберт Кеха — это тот чувак, который в свое время сказал Ассоциации здравоохранения, что если у вас нет доказательств, что тел опасен, то идите в жопу. И который по совместительству еще занимался техникой безопасности на заводах этил. Я о нем рассказывал раньше. А при этом Роберт Кеха к этому моменту, загибайте пальцы, основатель и руководитель кафедры гигиены окружающей среды в Калифорнийском университете, председатель комиссии Американской ассоциации промышленной гигиены, президент Американской академии профессиональной медицины, зампредседателя Совета по промышленному здравоохранению, ну и директор медицинского департамента на заводе этил по совместительству. И само собой, такой уважаемый человек в научном сообществе смотрел на какого-то ученого из лаборатории, как на кусок глины на подошве. Вот его цитата. «Выводы относительно естественного содержания свинца в организме человека я считаю необыкновенно наивными. Это пример того, насколько неправ может быть человек в своих биологических постулатах и выводах, когда он вступает в область, в которой он так невежественен, что даже не имеет никакого представления о глубине своего невежества, и поэтому настолько неосторожен в своих радикальных выводах». К Кеха, само собой, присоединились все известные токсикологи того времени. «Будем надеяться, что эта статья окажется первой и последней из области научной фантастики», говорил токсиколог Герберт Стокингер, один из самых известных на то время персонажей. Незначительный нюанс заключался в том,
что все люди, кто критиковали Паттерсона, либо работали в Институте нефти напрямую, либо просто финансировались нефтяниками. Такой вот маленький незначительный нюанс. А когда все мастодонты научного сообщества, хоть и проплачены, но в один голос говорят, что твои статьи — это бред сумасшедшего, и ни в коем случае не обращайте на них внимания, то шансов победить у тебя нет. Хоть вся правда мира будет на твоей стороне, если у тебя не получится достучаться до людей, никакого результата не будет. Каким бы упертым ты бы ни был, если тебя никто не слушает, то результата ты не добьешься. И вот в такой ситуации находился Паттерсон, уверенный в своей правоте на 100% и всеми игнорируемый. Благо, если хоть чему-то Паттерсон научился, пока работал над стерильностью своей лаборатории, так это тому, что результат в любом случае рано или поздно будет, если методично работать и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Все любят истории героев-одиночек, которые на своей тупой упертости пробивали любые стены, шли против правил и меняли этот мир. Но в реальности одиночек не существует. Есть социум и люди в нем. А социум, тварь такая, в определенное время готов воспринимать только определенные идеи. Если бы Паттерсон, например, в 40-х озаботился о своей бы экологии, его бы никто слушать не стал, потому что всем было как бы не до этого. Все занимались другими развлечениями. Поэтому для того, чтобы понять, почему та или иная идея была услышана в какой-то конкретный отрезок времени, нужно понимать контекст этого времени. И о чем люди тогда переживали, что их волновало, и о чем они говорили на кухнях. И благо свинец — это не единственный вопрос к промышленности, который волновал в то время ученых и всю общественность в целом. В 1948 году в небольшом городке Донор, который находится в штате Пенсильвания, произошел случай, который вошел в историю под названием «Донорский смог». На 4 дня, с 27 по 31 октября, город окутал плотный смог. Вроде бы ничего страшного, туман в природе случается. Но в первый же день стало понятно, что что-то тут не так. В местные больницы стало поступать очень много звонков от людей с жалобами на кашель и приступы удушья. А к вечеру уже весь город был в панике, так как задыхались абсолютно все. У кого была возможность, в срочном порядке собирали всех родных и валили из города, а остальные оставались задыхаться по домам. С виду город буквально вымер. Пустые улицы, кафе, магазины и только машины скорой помощи ездили по улицам и пытались спасти хоть кого-то. Закончился этот ад только из-за того, что 31 числа, в воскресенье, пошел дождь. Смог пропал. А дело было в заводе по производству цинка, который находился неподалеку. На нем произошла утечка газообразного фтора, который убил всю растительность на территории завода, а также накрыл город. И из 14 тысяч человек населения заболело 6 тысяч, а 70 умерли за 4 дня. 4 декабря 1952 года. Лондон. Город внезапно накрывает антициклон, из-за которого становится очень холодно и безветренно. Люди, пытаясь согреться, начинают усиленно топить свои дома. А топили тогда в подавляющем большинстве углем. А уголь при горении выделяет серу, особенно если уголь фигового качества. А у англичан именно такой и был. Город очень быстро накрывает туман, но на него никто не обращает внимания. Ну, типа, Лондон же. Но вот на тот факт, что за 2 дня в городе умерло 4000 человек, а за 4 дня число погибших увеличилось до 13 тысяч, довольно сложно не обратить внимания. И по больницам и домам лежало примерно еще 25 тысяч человек. И закончилось все тоже благодаря дождю, который прибил к земле всю летавшую в воздухе серу. Кажется, этому городу нужен новый супергерой. И вот такая фигня происходила то тут, то там. Абсолютно везде, где располагались большие предприятия, люди в окрестностях жаловались на общее ухудшение самочувствия. Проблемы с легкими там и довольно часто умирали.
Ученые медики и ученые-климатологи всех развитых стран вовсю изучали смог, который был, ну, типа, нормальным явлением в больших городах. Один из таких парней, француз Юджин Гудри, подсчитал, что с 1915 по 1950 потребление бензина, угля и нефти увеличилось в 25 раз. И ровно в 25 раз увеличились случаи рака легких у жителей больших городов. И подобных исследований становилось все больше и больше с каждым днем. Все это вместе приводит к тому, что правительства развитых стран понимают, что с этим, блин, надо что-то делать. Так как у США в то время была самая развитая промышленность, у них подобных эксцессов происходило больше всего. А так как 50-е — это еще и расцвет телерадиовещания, вся страна была в курсе, что постоянно где-то происходит какая-то херня рядом с заводами. Раньше, если бы случилось что-то подобное с городом Доннер в Пенсильвании, то об этом были бы в курсе, собственно, только жители города Доннер в Пенсильвании. Даже в соседнем городе вряд ли кто-то бы узнал. А теперь любой косяк становился достоянием общественности. И, само собой, все переживали по этому поводу. И самое важное, что люди не чувствовали защиту государства в этих вопросах. А недовольные люди — это голосующие за оппозицию люди. И вот с этим нужно было что-то делать. Правительство собралось в 1955 году, почесало репу и родило акт о контроле за загрязнением воздуха, который разрешал ученым проводить исследования на предприятиях, типа информировать население о возможных опасностях и находить причины загрязнения и думать над способами их контроля. Никаких норм по выбросам закон не вводил. Единственная польза, которая была от него, это то, что ученым дали бюджеты на исследования, и они начали потихоньку собирать официальные данные. Ну и людей немного успокоили тем, что все в порядке, мы занимаемся, нам не о чем переживать. Новый виток озабоченности по поводу экологии дала вот эта книга «Тихая весна», которая появилась в 1963 году, спустя 8 лет от акта о контроле за загрязнением воздуха. Эту книгу выпустила активистка и биолог Рэйчел Кларксон. Она изучала, как на растения, животных и людей влияют пестициды, которыми стали очень активно пользоваться большинство фермеров. Пестициды — это химикаты, которые распыляют над грядками от грызунов, вредителей и сорняков, чтобы просто не сжирали урожай. И результатом ее исследования стал довольно логичный вывод, что вещества, которые убивают насекомых, грызунов и маленьких птиц, не сильно полезны для здоровья человека. Правительство никак не контролировало сельскохозяйственную отрасль, точно так же, как и промышленность. Поэтому фермеры могли поливать свои угодья, чем им вздумается. В своей книге Рэйчел сделала упор на то, как химикаты влияют на детский организм. Они влияют на развитие органов, на возникновение хронических болезней, на нарушения в нервной системе и так далее. А если вы хотите зацепить людей как можно сильнее, то нет более сильного триггера, нежели детское здоровье или будущее для детей. А в этой книге было и то, и другое. Книга моментально разошлась по штатам и вызвала такую бурю негодования, какой никто не ожидал. Люди начали выходить на улицы и устраивать акции с лозунгом «Хватит травить наших детей!» и массово негодовать по этому поводу. Плюс к этому моменту ученые, которые занимались изучением воздуха около предприятий, собрали довольно увесистый объем данных, что промышленность и автомобили выбрасывают в воздух вредные вещества и твердые частицы — серу, свинец, азот и углерод. И так как в стране было все, ну, хорошо с промышленностью, и на дорогах к тому времени каталось аж 83 миллиона автомобилей, выбросов было реально много. Сейчас в России, например, около 60 миллионов автомобилей, а в Штатах 60 лет назад было на 20 миллионов больше. И США по площади в два раза меньше России. Плюс накидываем на всю эту картину, что в 63-м году убили Джона Кеннеди, любимого президента жителей Америки. И в стране было очень много внутренних проблем, атмосфера тотального недоверия и недовольства висела прямо в воздухе. 65-й год — это год участия штатов в войне во Вьетнаме, против которой бастовала вся молодая часть населения. А 67-й год — это год Детройтского бунта, когда чернокожее население разгромило половину города и подавляли восстание танками. Короче, было весело. Политики понимали, что контроль над обществом у них ускользает из рук, и никому не было понятно, за что хвататься вообще. За социальные проблемы, или за расовый конфликт, или за экологию, или за войну. Хер пойми, горит все со всех сторон. И доверие к власти, как и избирательные голоса, исчезали на глазах.
А власть такая штука, которая не может просто раствориться в воздухе. Если кто-то теряет, кто-то другой ее обязательно приобретает, если окажется довольно смышленым и правильно воспользуется ситуацией. Знакомьтесь, Эдмунд Маски. Один из первых политиков-защитников окружающей среды в Соединенных Штатах, да и во всем мире в целом. Он был членом демократической партии в штате Мэн. А штат Мэн – это такой райский уголок природы в северной части страны, который известен своими озерами, лесами и скалами на побережье. По типу Карелии у нас в стране. Только штат Мэн в два раза меньше по площади и в два раза больше по населению. А еще в штате Мэн около 5000 рек и озер и различных заливов, и большинство людей зарабатывало там на разведении скота и рыболовстве. Маски набрал популярность в своем штате за счет того, что обвинял все предприятия в том, что они засрали своими отходами всю природу штата. Что куча заводов просто стоит, сливает свои отходы в наши чистые реки, а правительство, блядь, закрывает на это глаза и ничего не хочет с этим делать. И чем дальше, тем больше люди разделяли позицию молодого политика. Он ездил по всему региону, выступал во всех городах, перед людьми, и в каждой своей речи он призывал людей проснуться и посмотреть вокруг. Посмотреть на то, как заводы загрязняют наши реки, как предприятия выбрасывают в воздух кучу вредных веществ, как вырубается лес, и что таким темпом они скоро будут жить на токсичной помойке из отходов производства. Все это привело к тому, что Маск стал губернатором штата в январе 55-го. И первое, чем он занялся, стал выполнять свои предвыборные обещания. Он собрал вокруг себя команду единомышленников из правительства, кто также разделял его точку зрения, и начал пропихивать идею создания департамента охраны окружающей среды штата Мэн, у которого будут полномочия контролировать все в лесном хозяйстве, в морском и прибрежном рыболовстве и в целом во всем, что связано с природой. На это ушло какое-то время, но главное, что идею приняли и разрешили Маске собрать комитет. За 4 года Маске разработал законодательство, которое устанавливало нормы по выбросам и отходам для предприятий, находящихся в штате Мэн, и поручил комитету это дело контролировать. Так как это была самая первая версия закона подобного рода, выглядел он примерно следующим образом. Так, парни, вы вот тут кучу говна производите. Так это, ну, имейте совесть хотя бы не сливать его напрямую в озеро. Отвезите там на свалку, ну или за угол хотя бы, по-братски. При этом за несоблюдение норм закона предусматривались штрафы, которые комитет по охране природы исправно взимал. А Маски перенаправлял эти средства на школы и университеты. К концу 60-х Маски уже заметный политик на уровне страны, который метит в Сенат, между прочим. Сенат — это центральный орган управления в США, по типу, как у нас, Совет Федерации. С нюансами, конечно, но примерно такой же. Из-за того, что Маски продолжал постоянно встречаться с людьми и не стеснялся вести открытую полемику, у него было много фанатов, и у него получилось по итогу пройти в Сенат. И вот тут-то его замечает Паттерсон, который воевал со всем научным сообществом со своими исследованиями по свинцу. Паттерсон, которого уничтожали уважаемые ученые и деятели науки, забил болт на научные журналы и просто начал рассылать результаты своих исследований напрямую сенаторам. И в первую очередь, само собой, она попала к Маске. Когда результаты упали к нему на стол, Эдмунд в них вцепился, как в спасательный круг. Исследование Паттерсона наглядно показывало, что промышленность наносит огромный вред экологии и здоровью людей. А ему такое пропускать было никак нельзя. Так как Маске был уже очень заметным политическим деятелем, у него получилось продавить через правительство бюджет на комитеты по охране воды и воздуха, и он в целом начал готовить свои законопроекты на этот счет. Логика у него была точно такая же, как и в штате. Смотрите, мы вводим нормы на выбросы и штрафы за неисполнение, которые потом потратим на образование. И об экологии позаботились, и людей успокоили, и потратили денег на образование. Чем еще порадовали людей, и политические очки, вот они, тут, в кармане. Решение идеальное, я считаю. И в 1963-м появляется первый в мире закон о загрязнении воздуха, который действует по всей стране. Он применялся как к производствам, так и к автомобилям. Если говорить про тачки, то по этому закону количество азота и углекислого газа, которое вырабатывает автомобиль, нужно было снизить на 85%. Нехило тогда. Грубо говоря, среднестатистический автомобиль тогда выбрасывал 87 грамм углекислого газа на милю. А надо было сделать 13. Каким образом? Да не сильно понятно.
Звучит диковато, что надо было чуть ли не в 10 раз снизить количество говна в выхлопе за один раз, но, к счастью, у автопроизводителей было решение, как вписаться в норму, да еще и запас останется. И это решение — катализатор. К этому моменту их уже иногда устанавливали на предприятиях, которые вот прям вот вообще трындец как коптили, и его можно было чисто теоретически затолкать в автомобиль. Катализатор — это такая железная банка, внутри которой металлические соты со специальными металлами, которые ускоряют химические реакции. На пальцах грязный воздух заходит в баночку, происходит магия, и выходит намного более чистый воздух. Нам будет достаточно такого объяснения. Просто не хочу вас грузить еще и химическими процессами, нам это не надо. Просто запомните, что катализатор нейтрализует всякую хрень в выхлопе автомобиля. Не полностью, но очень большую часть. Проблема в том, что катализатор не был совместим со свинцовым бензином. Свинец очень быстро забивал все соты, и катализатор просто переставал работать. И автопроизводители такие: нам, мы-то только за! Нам-то засунуть кат в нашу машину! Говно вопрос! Работать просто не будет! Мы тут не при делах, это все к нефтяникам идите! А нефтяники такие: так как в первую очередь разбираться нужно было со свинцом, с подачи Маски и Паттерсона в 1965 году Институт здравоохранения собирает симпозиум о вреде свинцового бензина. Помимо Паттерсона, на этом заседании был еще ряд врачей и ученых, у которых тоже были на руках результаты исследований о том, что норма 80 мг свинца на 100 мл крови очень плохо влияет на здоровье людей. Кеха, это тот адвокат дьявола, который защищал всю дорогу свинец, приперся на этот симпозиум и начал петь свои старые песни о главном, что нет никаких доказательств, что свинец вредный, идите нахер, если что, юродел вон там. Но первый раз в жизни ему публично стали предъявлять, что папаша, алло, вы не вдупляете, у нас есть исследование. И фактически это было первое собрание каких-то должностных лиц, на котором не было принято решение, что со свинцом все в порядке и можно не париться. Но и с другой стороны, никаких радикальных мер тоже не приняли. Просто наехали на Кеха и разошлись. Но Маски окончательно решил, что с производителей свинцового бензина он уже не слезет. Через год собирается заседание комитета по загрязнению воды и воздуха, на котором снова председал Маски, и он решил устроить публичный перекрестный опрос Паттерсона и Кеха. Вот официальная стенограмма заседания. Да вы там что ли охуели в конец, черт ебаны? Какого хуя? Ваше заключение таково, что не было никакого увеличения количества свинца в атмосфере? Вы, блядь, до нас доебались? Идите нахуй, я вам ваш микрофон... Нет ни малейших свидетельств того, что за этот период в этой картине произошли хоть какие-либо изменения. Ни малейших. После вытащили Паттерсона, который с яростью разнес службу здравоохранения и Кеха в пух и перья. Он показывал, что вместе с выхлопами в атмосферу попадают тонны свинца, и так как он людей убивает медленно, никто этого не замечает. И также он утверждал, что служба здравоохранения по-любому в сговоре с нефтяной промышленностью, так как он не видит другой причины, почему они не запрещают этилированный бензин. ТЭЛ — это преступление, которое совершается против наших граждан. Вот главная мысль Паттерсона. Его наконец-то услышали. Это заседание стало поворотной точкой в вопросе с свинцовым бензином. Маски наконец-то уходит готовить законодательную базу под ограничение присадок, которые можно добавлять в топливо, и через какое-то время Управление по охране экологии с подачи Маски выходит с предложением, не с запретом, с предложением о сокращении свинца на 60%. Промышленность впадает в бешенство, считая это предложение крайне радикальным. В бешенство впадает также и Паттерсон, который считал его крайне лайтовым. Паттерсон в слюнях от ярости понимает, что, видимо, нужны еще аргументы против свинца, и начинает изучать кости древних людей. И вот что он получает из разных экспонатов. Сначала он взял какой-то перуанский зуб, которому было 4500 лет от роду, и вычислил, что свинца в общей массе кальция в этом зубе было 5,6 на 10 в минус 8 степени. Это вот такое вот число. Потом он взял кость какого-то египтянина, который жил 2200 лет назад, и в нем уже было 70 на 10 в минус 8. Это вот такое вот число. То есть в 12,5 раз больше, чем в перуанском зубе. А в скелете своего современника Паттерсон обнаружил 3500 на 10 в минус 8 степени свинца в общей массе кальция.
это вот такое вот число. То есть в человеке 70-х годов было в 50 раз больше свинца, чем в египтянине, и в 600 раз больше, чем в перуанце. После этого исследования ученое сообщество такое... Ну, это уж как-то вообще фиг знает, крыть у нас точно нечем. А промышленность, в свою очередь, защищалась тем, что свинцовый бензин – это кровь экономики. Плюс все производственные заводы, которых уже было очень много, это все рабочие места, это налоги, это деньги. И здравоохранители понимали, что пока экономическая правда на стороне производителей, люди готовы дышать грязным воздухом, если у них в карманах будут грязные деньги. А чистый воздух и пустой желудок нафиг никому не вперлись. Это ж вот как с курением. Все знают, что вредно, но все равно курят, потому что по кайфу. Плюс, если отказываться от свинца, это переоборудование вообще всех заводов. Это сокращение текущего штата, найм и обучение нового. Это разработка новых технологий, и это все дорого. Плюс нефтяникам подпевали автопроизводители, что устанавливать катализатор из драгметаллов на все автомобили – это будет дорого для потребителя. И если службы и комитеты еще хоть как-то сомневались, то Маски уже было не остановить. Он давил на нефтяников и автопроизводителей с двух сторон. У одних он ограничивал объем присадок, а у других – вредные выбросы. Его новая редакция закона о загрязнении воздуха и воды была его политическим козырем, который он очень ярко и эффектно разыгрывал перед публикой. К этому моменту он уже обрел такую популярность, что собрался участвовать в президентской гонке. И в одном из своих предвыборных выступлений он сказал, цитата, «Детройт сказал нации, что американцы не могут жить без автомобиля. Этот закон сообщит Детройту, что им придется сделать автомобиль, с которым американцы смогут жить». Президентскую гонку он не выиграл, но остался в высшем руководстве страны и продолжил методичную борьбу со свинцом и грязным выхлопом. Совокупно, война с производителями свинцового бензина продолжалась почти 25 лет. Первое заседание по поводу опасности свинца состоялось в 1965-м. А документ, полностью запрещающий использование свинцовых добавок, был подписан только в 1990-м. И по этому документу только через 5 лет, к 31 декабрю 1995 года, на всех заправках США не должно остаться и капли свинцового топлива. Автопроизводителей обязывали устанавливать катализатор в свои автомобили абсолютно во все модели. И главный герой всей этой истории и этой победы, конечно же, Клэр Паттерсон. Повернутый ученый-геолог, который хотел работать во благо людей. Под конец жизни его приняли в Национальную академию наук США и присудили ему приз Тайлера, самую престижную премию в области науки об окружающей среде. А все принятые им меры по стерильности лабораторий, из-за которых над ним насмехались коллеги, сейчас это уже стандартные процедуры. Клэр Паттерсон родился 2 июня 1922 года, спустя год после того, как Кеттеринг запатентовал тетраэтилсвинец. И до полного запрета свинца Паттерсон не доживет буквально 25 дней. Он умрет 5 декабря 1995. Всю свою вторую половину жизни, до самой смерти, он боролся с тем, чтобы свинец исчез навсегда из воздуха, которым мы с вами дышим. И фактически они ушли вдвоем. А корпорациям, которые нанесли колоссальный вред экологии, ничего не было. Кроме того, что им запретили производить ТЭЛ. Единственный, кого публично распяли и обвинили во всех бедах, был Томас Миджли, который изобрел тетраэтилсвинец. При том, что Миджли всю свою жизнь так и оставался наемным сотрудником на зарплате, в отличие от того же Кеттеринга, который получал дивиденды от патентов, был в доле на предприятиях ИТИЛ и так далее. Миджли не сколотил какого-то огромного состояния на ТЭЛ, не получил какое-нибудь высокое кресло в корпорации. Он просто получал свой какой-то оклад, а когда началась война с ТЭЛом, получил всю ненависть от экологов и ученых в свой адрес. Хотя он предупреждал Кеттеринга и корпорацию, что свинец опасен. И он не заработал на этом ни копейки, в отличие от миллиардов, которые сделал GM. Благодаря ИТИЛу GM обогнал в прибыли Ford в середине века. И отказаться от ТЭЛ было бы катастрофой для их финансовой отчетности. Не Миджли, а юристы GM и Standard Oil продавливали использование ТЭЛ, даже когда у ученых появились доказательства его опасности. Но всем пофиг.
Миджли до сих пор считается человеком, который нанес самый большой вред экологии планеты. А корпорации... А чё корпорации? Мы тут просто производим всякое. Мы вообще не при делах. Это Миджли изобрел. Мы тут при чём? За последние 40 лет, начиная от 80-х годов, была проведена масса исследований, касающихся влияния свинца на организм. Ученые изучали детей, которые родились в 70-е и 80-е годы, следили за их жизнью, за их развитием до современного времени. И если кратко, то было выяснено, что поколение, которое росло и формировалось при использовании свинцового бензина, обладает пониженным IQ, более раздражительно, меньше концентрируется на выполнении задач, сложнее обучаемы, ну и так далее. В 2013 году завершилось большое исследование, которое выявило прямую взаимосвязь содержания свинца в крови людей с уровнем преступности и количеством преступлений, которые совершают эти люди. У преступников в крови свинца всегда было больше, чем у законопослушных граждан. И в том числе ученые связали тот ад, который творился в Детройте в 80-е и 90-е годы, когда уровень преступности там зашкаливал, и город превратился из процветающего промышленного рая в жуткие развалины, где было очень опасно находиться. У тогдашних жителей Детройта был самый высокий уровень свинца в крови по сравнению со всей страной. После начала ограничений ТЭЛ уровень свинца начал стремительно падать. Уже в 1994 году, еще до полного запрета свинцового бензина, уровень свинца в крови у американцев упал на 78% по сравнению с 70-ми. А в современном мире этот уровень уже ничтожно мал. И ТЭЛ – один из самых опасных ядов, которое нам подарила промышленность и которым были отравлены миллионы людей по всему миру. Корпорация и экономика зарабатывала миллиарды, а люди зарабатывали болезни. И за то, что эта угроза больше не висит над людьми, сказать спасибо нужно одному упертому ученому, с которым ничего не могла сделать ни одна бюрократическая машина, ни корпорация и ни государство. И хоть Клэр Паттерсон участвовал в создании атомной бомбы, которая унесла тысячи жизней. По итогу своей работы и всей своей жизни этот ученый спас намного больше людей от медленного разрушения невидимым ядом и полностью искупил себя в глазах человечества. После того, как в Штатах была развернута огромная кампания маски по противодействию загрязнению среды, весь мир начинает присматриваться к экологии и обращать большее внимание на события, которые так или иначе с ней связаны. А обратить внимание было на что? Первое большое событие, на которое все обратили внимание, это лондонский смог 1952 года, о котором я уже рассказывал. А через 4 года, в 56-м, ученые в Японии обнаруживают какое-то новое, странное психическое расстройство у жителей, преимущественно у детей, в городе Минамата. В больнице поступали дети, которые очень вяло двигались, плохо разговаривали, и периодически у детей случались припадки. Сначала ученые подумали, что это какая-то новая инфекция, так как число заболевших росло просто по экспоненте. Потом похожие симптомы обнаружили у котов, которые тоже довольно странно дергались, падали в конвульсиях, а остальное время были очень вялыми. А когда с неба иногда стали падать мертвые вороны, даже ученые такие... Коллега, разве птицы не должны летать снизу вверх? Видимо, это новый тип. Реверсивные птицы. Ну, раз так, давай это дело в Красную книгу занесем. А то вдруг вымрет. Изучив всех пострадавших, ученые выяснили, что они все жили в рыбацких деревнях на побережье залива Минамата. И коты тоже. А основной рацион питания в рыбацкой деревне – это, как ни странно, рыба, которая тоже по заливу иногда плавала брюхом кверху. Устала плавать, видимо, вот и отдыхает. А когда ребята подняли голову и посмотрели вверх по течению, они там увидели химический завод Чисса, который выбрасывал свои отходы в воду и вообще ни о чем не переживал. Химический анализ воды – показал, что в воде есть все, кроме воды. Там был свинец, ртуть, марганец, мышьяк, селен, талий и прочие другие элементы. Но сильнее всего на организм действовала ртуть, которой в воде было и больше всего.
Официальное признание болезни Миномата случилось только через 12 лет, в 1968 году. И только тогда заводом занялись власти, чтобы хоть как-то ограничить загрязнение. Все предыдущее время завод откупался, заставляя людей и рыболовов молчать о проблемах и затыкать баблом все рты, которые хотели хоть что-то возразить. А после признания загрязнения последствия разгребали следующие 30 лет. На 2001 год в списках официальных жертв завода числится 2265 человек, 174 из которых погибли. В 1957 году происходит первая радиационная чрезвычайная ситуация в СССР. Произошла она на химкомбинате «Маяк» в Челябинск-40. Не путать с Челябинском, это вообще другое место. Современное название этого городка – Озерск. И, если по-простому, там просто рванул бак с радиоактивными отходами. Взрыв был силой в десятки тонн в тротиловом эквиваленте и накрыл радиоактивным облаком целый регион. Последствия разгребали десятки лет. А сейчас на месте взрыва находится Восточно-Уральский заповедник с таким легким привкусом радиации. Официально пострадавшими признано 80 тысяч человек. Это люди, которые жили на территории происшествия, а также ликвидаторы последствий. По масштабу радиационного заражения сильнее этой аварии были только Чернобыльская и Фукусимские катастрофы. А в 1963 году сошел оползень в итальянских Альпах. За 45 секунд в местное водохранилище упало, по разным оценкам, от 200 до 300 миллионов кубических метров породы. Такая скорость и такой объем породы создали волну высотой 90 метров, которая двигалась со скоростью 12 метров в секунду. За 7 минут волна смыла полностью 5 деревень и некоторым населенным пунктам в долине нанесла серьезный ущерб. Итог – от 2,5 до 3 тысяч погибших по разным оценкам. И таких событий происходило много. То тут, то там на планете случались либо природные катаклизмы по типу оползней или землетрясений, либо техногенные катастрофы. Взрывы, выбросы химикатов, загрязнение окружающей территории. И вот от этого всего, самое главное, гибли люди. А когда где-то гибнут люди, это всегда вызывает волнение и переживания в обществе. Когда появился запрос на то, чтобы кто-то занялся экологией в мировом масштабе, все сразу повернулись в сторону ООН. Они же для чего создавались? Чтобы не допускать мировых конфликтов, чтобы обеспечивать мировую безопасность, вот это вот все бла-бла. А тут-то у нас проблема мирового уровня. Воздух-то у всех общий, поэтому кому, если не ООН, заниматься этим вопросом? Все логично. ООН радостно взялся за организацию диалога всех стран об экологии, но довольно быстро столкнулись с проблемой. Их все слали в задницу. Ну, то есть все говорили: молодцы, очень важным делом занимаетесь, жмем руку, но давайте как-нибудь без нас. Тут еще важно уточнить момент, что ООН содержится за счет стран-участниц. То есть ООН сам по себе никаких денег не зарабатывает. Все страны просто скидываются в общак, и вот за счет этого ООН живет. И когда ООН кому-то приходит с вопросом, это значит, что после долгих объяснений и дифирамбов все закончится банальным «дайте денег». Это как в школьном родительском чате с классным руководителем. Все рано или поздно закончится тем, что надо бы собрать денег на шторы. Вот ровно такая же херня, только на уровне государства. А 70-е года — это вот то время, когда всем реально не до ООН было с их приколами. Холодная война, нефтяной кризис 73-го года, про который я рассказывал, вмешательство США во Вьетнамскую войну, восстание исламистов в Сирии, Уотергейтский скандал и отставка президента Никсона в США, свинцовые 70-е в Италии, это фактически вялотекущая гражданская война, культурная революция в Китае, военный переворот в Чили с Пиночетом. И этот список можно продолжать еще долго. Можно просто вот открыть Википедию и офигеть от того, сколько всего тогда в мире происходило. Весь мир развлекался и убивал себя как бог. Ничего нового, собственно. И ООН со своим тут «а давайте мы подумаем о воздухе» был вообще не в кассу, как случайно зашедший на оргию проповедник. Но парни не сдавались. Они хотели все-таки добиться от государств какого-то вменяемого диалога. И ООН собрался всем своим составом и такой: кто хочет взять на себя задачу доставать правительства всех стран, ездить им по мозгам, что им надо подумать об экологии, там, обивать пороги посольств и вообще работать 24/7.
пока все остальные за спиной тебе будут говорить, что ты поехавший, лучше бы делом занялся, мальчик. Есть желающие? И в общей тишине один человек со вздохом такой: ну, давайте я попробую. Этим человеком был Морис Стронг. И если Эдмунда Маски можно считать отцом экологического движения в США, то Стронг — это тот человек, который дал этому движению мировой масштаб. Самое первое, что он сделал, это заказал создание отчета о состоянии экологии на планете, который назвал «Только одна Земля. Уход за маленькой планетой», в котором он собрал данные 158 ученых из 58 стран мира. Сейчас этот отчет продается как книга, кстати говоря, его на Амазоне можно заказать. И не обращайте внимания, что там авторами стоят Барбара Уорд и Рене Дюбо. Стронг им заказал написать книгу, так как сам не умел, да и времени не было. В 1972 году на очередном шабаше ООН в Стокгольме Стронг показывает эту книгу и результаты, которые там, собственно, приводятся. И они все говорили, что да, все плохо. Если не начать заниматься экологией прямо сейчас, то скоро нам всем привет. Все делают суровые лица и решают, что надо делать отдельную программу по окружающей среде, которая будет заниматься заботой о здоровье планеты и всяким вот таким. Назвали программу UNEP – United Nations Environment Program. Назначили туда Стронга главным и отправили его покорять мир. Почему, кстати, это называется программой, я что-то не вдупляю, так как фактически это отдельное структурное подразделение в ООН. Ну, типа, прям с штаб-квартирой, офисами, большим штатом сотрудников, бюджетом, всем таким. Так как ООН — это дипломатическая организация, у ее высших членов, есть возможность открывать с ноги любые посольства любых стран и назначать встречи с высшим руководством страны. А уж если цель встречи — это благие дела во имя всего хорошего, то, само собой, все рады приветствовать. Чем, собственно, Стронг упорно и пользовался. Он объезжал все значимые страны мира, добивался встреч с всеми лидерами и правящими элитами, показывал им результаты исследований и говорил, что надо собираться толпой, ну вот прямо сейчас, принимать какие-то совместные решения, так как работа поодиночке ничего не даст. Воздух и вода у всех общие. Параллельно с этим на свет появляется очень важное исследование. В 1975 году один американский климатолог Уоллес Брокер опубликовал статью «Изменение климата. Находимся ли мы на пороге глобального потепления?». В этой статье Уоллес предполагал возможную смену климатической тенденции. С 1940-х по 70-е наблюдалась тенденция на общее снижение температуры. И Уоллес говорил, что в ближайшее время тенденция поменяется на повышение и что нас ждет период глобального потепления. И это была первая научная статья, где, собственно, прозвучал этот термин. Еще раз, до 70-х общая температура падала, и никого это не смущало. А вот после того, как она начала расти, все внезапно напряглись. И также Уоллес утверждал, что нельзя смотреть только на какой-то один показатель, а нужно смотреть на общую систему в целом. Типа атмосфера, ледовые щиты на полюсах, океан, биосфера. Вот это все взаимосвязано и будет меняться вместе. Статья Уоллеса наделала шухер среди научного сообщества, и большое количество ученых ринулось изучать глобальные процессы. Как мы с вами могли заметить по истории со свинцом, которые отменяли 20 лет, в большой политике и в больших структурах изменения быстро не происходят. И Стронг 20 лет ездил по личным встречам с различными главами государств, общался, показывал исследования, уговаривал, пугал, вдохновлял, что угодно, лишь бы сильные мира сего задумались об экологии. Чувак 20 лет слушал: ой, мальчик, иди ты отсюда нафиг, не мешай делами заниматься. У нас тут людей целая гора, они сами по себе не переубиваются, так что у нас очень много работы. Результатом 20-летней работы Стронга стал саммит Земли в Рио-де-Жанейро в 92 году, где под крышей одного здания собрались 8 тысяч делегатов от разных стран и 3 тысячи представителей неправительственных международных организаций. Это самое большое мероприятие за всю историю планеты, посвященное экологии. Девиз которого был «Наш последний шанс – спасти планету». Основная повестка была примерно в таком духе, что: пацаны, вы вот, мы вот, 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 вот,
Вот либо сейчас мы прям, вот прям сейчас мы что-то делаем, либо надо сваливать на Марс. А, подождите, на Марс мы свалить не можем. У нас технологий нет. Поэтому надо делать что-то прямо сейчас. Естественно, все в ответ такие... Получается, нам что-то придется делать с этой экологией. Судя по всему, да. Человеческие жизни — это важно. Да. Интересно, они в курсе, что мы соседние государства хотим ракетами закидать? Но если мы сделаем ракету, которая не будет оставлять углеродного следа, то они не будут против, мне кажется. Такая забота об экологии мне нравится. Интересно, а что будет, если этой ракетой пингвина ёб... Самое главное, что произошло на саммите Земли, до всех наконец-то доперло, что с экологией надо, ну вот, реально что-то делать. И саммит Земли 92 года – это первое масштабное мероприятие подобного рода, которое закончилось не просто улыбками и рукопожатиями, а подписанием реальных документов. На самом саммите 180 стран подписали рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Этот документ как бы признавал на мировом уровне климатические изменения и что практически все страны мира будут действовать согласованно и общим фронтом. Основных направлений, в которых надо было работать, было три. Первое – снижение токсичности выбросов производств и полное избавление от свинцового бензина. К 92 году ТЭЛ все еще производился, и окончательно его тормознут только через 3 года. Второе – развитие альтернативных источников энергии, чтобы заменять ископаемое топливо. В тот момент подавляющая доля энергии вырабатывалась из ископаемого топлива – это нефть, газ и уголь. А как из этого получают энергию? Тупо жгут. Угу. Технологический прогресс выглядит именно так, да. А когда ты в огромных объемах жжешь топливо, одновременно с этим ты жжешь огромный объем жоп экологов. И чтобы вот такого не происходило, надо развивать альтернативные источники. Третье. Вот так показывал. Надо повышать доверие к общественному транспорту, чтобы пересаживать на него людей и заставлять их отказываться от личных автомобилей в больших городах. И пробок будет меньше, и экологии лучше. Единственный минус – велосипедисты. Но чем больше велосипедистов, тем меньше велосипедистов. Помимо этого, ребята там еще водные запасы обсуждали. Мол, что-то как бы людей стало дофига, а воды что-то не дофига. Но мы тут с вами автомобилисты. Люди психически здоровые, поэтому нас из жидкости интересует только бензин. Про воду говорить не будем. Короче, самое важное, что путь обозначен. Все руки друг другу пожали и ушли работать со задачными лицами. А в 97 году еще подписывается Киотский протокол, который является как бы следствием рамочной конвенции. Грубо говоря, конвенция — это «да, окей, уговорили, мы будем делать что-нибудь по этому поводу». А Киотский протокол — это документ, в котором написано, какая страна что конкретно должна делать. Суть примерно такая. Главная задача Киотского протокола — это общее сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Страны договорились между собой, что главных врагов атмосферы 6 штук. Это углекислый газ, метан, закись азота, гидрофторуглерод, перфторуглерод и гексафторид серы. Ебать, это с первого раза сказал. Эти 6 ребят в основном и составляют парниковые газы. На самом деле парниковые газы — это нормальная штука. Не кидайтесь только ничем. Мы благодаря им существуем, если что. Эти газы, которые есть в воздухе, в том числе образуют нашу атмосферу и защищают нас от прямого воздействия Солнца. Если бы их не было, то и жизни на Земле бы тоже не было. Но у экологов логика такая, что дополнительные выбросы, которые генерирует промышленность, увеличивают это одеяло в атмосфере. И вот в таком случае у нас будет создаваться тепличный эффект, который и будет вести к глобальному потеплению. А из-за повышения температуры растают ледники на полюсах, и Венецию смоет нахер. Почему об этом переживают экологи, а не Венеция, не совсем понятно. Хотя, у них же там одни гондольеры. Что с них взять? Фактически, из этих соглашений и появились всем нам знакомые нормы евро по выбросам. Евронорма на выхлоп — это документ, который ограничивает максимально допустимые выбросы от автомобиля на 1 километр пробега. Если какой-то автомобиль не вписывается в норму евро, то его просто нельзя продавать на территории государства, которое эту норму у себя ввела. Началось все с Евро-1, который приняли через год после саммита Земли в 1993 году. Фактически, эта норма отменяла механические карбюраторы,
так как они не могли точно дозировать топливо и могли перелить его. А это уже по норме Евро-1 нельзя. И также вводились в обязательном порядке датчики кислорода, он же лямбда, и системы улавливания паров топлива. Евро-2 можно было выполнить только на распределенном впрыске. Моновпрыск уже не вписывался, тоже из-за точности. А Евро-4 можно было выполнить только системой рециркуляции отработавших газов. Эта система, когда часть выхлопа у вас подается обратно в двигатель, таким образом у вас один и тот же воздух используется дважды. И также нужно было еще дополнительно ставить фазорегуляторы. Сегодня в Европе действует норма Евро-6, а в разработке находится норма Евро-7, которая будет принята к исполнению уже в этом десятилетии. И вот прямо в данный момент, вот прямо сейчас, идет обсуждение и торги между автомобильными компаниями и государствами за точные параметры нормы Евро-7. Фактически, вопрос стоит следующим образом. Возможно ли будет в принципе выполнить нормы с двигателем внутреннего сгорания или нет? Притом, основная логика норм — это довести выбросы до нуля. Ребята всем составом решили, что самое главное зло — это двигатель, и надо его ограничивать до упора. Ну, то есть, чтобы выбросы равнялись нулю. Фактически, так и выглядит запрет, так как физически невозможно сделать так, чтобы ДВС ничего не выделял в атмосферу. При этом все современные двигатели, которые подходят под норму Евро-6, уже настолько чистые, что они генерируют меньше твердых частиц, чем истирающиеся колодки в тормозной системе и стирающиеся покрышки. Когда у вас заканчиваются колодки, тормозные диски или резина, это же не значит, что они волшебным образом испарились. Вы просто равномерным слоем размазали их по тому расстоянию, которое проехали на автомобиле. И вот таких твердых частиц от резины, колодок и дисков в природу улетает намного больше, чем твердых частиц от работы современного двигателя внутреннего сгорания. Даже современные дизели, которые подходят под Евро-6, чище для природы, чем ваша тормозная система. А еще помните сцены из фильмов, где какого-нибудь человека закрывали в машине, подводили ему туда выхлопную трубу, и он задыхался через какое-то время? Вот с современным мотором такого сделать невозможно. Единственное, от чего может задохнуться человек в такой ситуации, это если он весь кислород в машине сам выдышит. Но так можно сделать в любом закрытом и невентилируемом пространстве. Вы у себя в шкафу можете задохнуться, если достаточно хорошо его загерметизируете. И современный двигатель никого не может убить чисто физически, даже если очень сильно постараться. Но, как вы думаете, кто-нибудь принимает это во внимание? Нет, конечно. Логикой и здравым смыслом пользоваться всем лень. Намного проще нарисовать нолики на бумажке и требовать исполнения каким-то чудесным, мать вашу, образом. Сейчас уже вместо Киотского протокола действует новая версия, которая называется «Парижские соглашения от 2015 года», где страны объявили еще большую войну с CO2 и наметили стратегию нулевых выбросов. Автопроизводители теперь ударились в разработку новых электрических платформ, новых технологий, электромобилей, водородных автомобилей, вот этого всего. Вполне очевидно, что Евро-7 — это последняя норма, которую можно будет выполнить с традиционным двигателем внутреннего сгорания. А дальше будет что-то другое. Что-то другое, на чем мы с вами будем ездить в нашем чистом и экологичном будущем. По сути, благодаря силе и настойчивости Морриса Стронга, благодаря ООН, благодаря ученым и всем небезразличным людям, вопрос экологии сейчас очень активно и широко обсуждается в мире. Человечество всем скопом сейчас думает о том, что происходит с экологией и с нашей природой в целом. И экология — это очень праведная тема современного мира. Ее обсуждают, о ней спорят и ее приводят как довод в спорах. Практически на каждом собрании сильных мира сего, так или иначе, этот вопрос будут поднимать. И именно экологию приводят в первую очередь как аргумент в пользу того, что нам нужно скорейшим образом выкинуть ДВС и всей толпой пересесть на дружественный к пингвинам тип автомобилей. Да, все верно. Со всеми согласен. Полностью принимаю и поддерживаю эту точку зрения.
если бы не один нюанс. Малюсенький такой, который не дает мне покоя. «1981 год. Судебное дело против некой компании AZL Resources, которая занималась продажей нефти в Денвере, штат Колорадо. Руководство компании обвиняли в искусственном завышении цен на акции компании перед слиянием. В чем смысл завышать цену на акции, я думаю, понятно. Ты завышаешь цену, тебя покупают дороже, чем ты есть, ты выводишь деньги, и ты в дамках». А то, что кто-то другой на тебя потратил больше денег, чем ты стоишь на самом деле, это его проблемы. И, собственно, руководство АЗЛ подделывало все отчетности, завышало все показатели, чтобы навариться на этом. Но, к счастью, их поймали за жопу и сделку отменили. А против руководителей компании тут же завели судебное дело. Знакомьтесь, руководитель компании AZL Resources. А, вы же уже знакомы. Это Морис Стронг. Так, погоди, крашеный! Ты мне только что втирал, что он тут весь святой. А теперь что получается, что экологи тоже могут быть наёб? Ага. Несмотря на то, что все махинации компании и руководства вскрылись, после этого провалившегося слияния ее все-таки приобретает другая нефтяная компания – Тоско. И все, чем отделался АЗЛ, это штраф в 4,2 миллиона долларов. 4,2 миллиона долларов – это для нефтяной компании очень суровое наказание. Угу. Пол в бухгалтерии подметите и как раз примерно столько насобираете. Вот вам еще один коллективный судебный иск от штата Колорадо. Плюс природозащитников и вододобывающих компаний 1992 года против компании Audi. Не Audi, а Audi. Это American Water Development Incorporated, который основал Морис Стронг. После той сделки, когда АЗЛ все-таки получилось продать некой Тоску, Морис сваливает из руководства и покупает здоровенное ранчо в штате Колорадо, которое по счастливой случайности до него принадлежало Tosco Corporation. То есть, чел сначала пытался сбагрить компанию сильно дороже, его ловят за задницу, выписывают штрафы, он, несмотря на это, все равно продает компанию другой корпорации, и потом, чисто случайно, выходит из этой сделки с земельным участком, который был размером в какие-то жалкие 65 тысяч гектаров. Как бы вам объяснить, что такое 65 тысяч гектар? Футбольное поле, представляете? Которое вот стандартное, по рекомендации FIFA, 105 на 68 метров. Так вот, 65 тысяч гектаров – это 91 тысяча 36 таких полей. Не совсем понятно, да? Пока что понятно, что это просто дохера и больше, но сколько конкретно – непонятно. Я из Великого Новгорода родом. Не из Нижнего, прошу заметить. Всем Астафьевым в Нижнем Новгороде привет. Так вот, мой родной город площадью 90 квадратных километров или 9 тысяч гектар. Вот у Стронга участочек образовался площадью в 7 великих Новгородов. Этот участок даже больше площади Казани, которая вся в целом 50 тысяч гектар. Короче, вот такое здоровенное ранчо образовалось у Стронга чисто на сдачу со сделки. Изначально Стронг планировал там выращивать высокобелковое зерно для поставок в голодающие страны. Такая вот благородная миссия. Но в процессе стройки что-то там у ребят поменялось, и чисто случайно, опять же, они там начали строить вододобывающий завод, чтобы выкачивать воду и продавать ее. Когда местные активисты и Комитет по защите окружающей среды увидели размеры стройки и планируемые проектные мощности завода, у них волосы на голове встали дыбом. Так как если бы завод запустился, то он бы выкачивал воду в таких объемах, что точно бы нанес непоправимый вред всей экосистеме региона. Чтобы вы понимали масштаб, в регионе на тот момент было 25 предприятий, которые добывали воду. И вот все они вместе взятые добывали воды меньше, чем планировала компания Стронга. Одна компания просто бы высушила всю экосистему целого штата. В суд подал весь штат. Реально. Ну, все, кто были в курсе ситуации. И суд постановил, что да, компания Стронга черти охеревшие, и завод открывать нельзя, и ни о какой добыче речи идти не может. И обязал компанию заплатить 3 миллиона долларов на судебные издержки. Поясню, судебные издержки – это вот просто счет на оплату работы юристов,
судов, вот этого всего, за несколько лет работы. А никаких штрафов или какого-то другого наказания компания не понесла. А пока шел судебный процесс, Стронг такой, ну, план не прокатило. И благополучно свалил из компании. Ну, сами понимаете, в России живем. Хотя, погодите. Но мое любимое судебное дело против компании Molten Metal Technology о завышении стоимости акций и растрате грантов от правительства. Завышение цен на акции. Что-то знакомое, да? Верно. Морис Стронг стал директором этой компании в 1989 году. Компания разработала технологию утилизации отходов путем растворения их в жидком металле. Закидываешь всякое такое херовое в расплавленный металл, и оно там каким-то очень специфическим образом горит и полностью исчезает. Без вредных выбросов и мусора. Ну, по крайней мере, компания так говорила. Чувствуете, да, у кого с датами хорошо? 1989 год — это прямо перед саммитом Земли. И директор компании по утилизации отходов, пользуясь дипломатическим статусом миссионера ООН, разъезжает по встречам с главами государств и рассказывает им о проблемах экологии. И так абсолютно между делом имеет решение некоторых вопросиков с отходами. И во что это выливается для компании? Естественно, в то, что только один американский департамент выделил 25 миллионов долларов в виде грантов на утилизацию всяких отходов. Сколько всего было собрано денег для компании с различных департаментов и глав государств, неизвестно. Но так-то вроде все нормально. Выделили деньги, выделили отходы, сиди перерабатывай. Да, только компания не могла выполнить объем. Технология была, но она работала только на пробных маленьких партиях. А хоть сколько-то заметный объем технология проживать не могла чисто физически. И Моррис это знал. И совершенно спокойно на публичных мероприятиях рассказывал о том, что Molten Metal — это идеальная технология, и его компания сможет решить абсолютно все вопросы с утилизацией расходов. И акции компании, само собой, росли вверх. А у Стронга было во владении 40 тысяч акций. И 262 тысячи акций были у компаний, в которых Стронг также был председателем. Весомый аргумент для того, чтобы задирать стоимость, не правда ли? В момент, когда акции достигают своего пика в 49 долларов с копейками, Стронг резко продает свои личные акции Molten Metal. И контролируемые им компании тоже сливают свои бумаги. И весь рынок такой: «Стопэ, это чё ща было?» И тут же, само собой, вскрывается инфа, что это все просто наедалово. Да, технология есть, но ставить завод никто и не собирался. И акции обвалились с 49 долларов до 13 центов. А компания тут же объявляет себя банкротом, потому что никакие деньги вернуть она не в состоянии. В итоге, вот вам официальная формулировка по всей этой ситуации. Дело было урегулировано на сумму 11,8 миллионов долларов без вынесения о постановлении о правонарушении. То есть кто-то просто заплатил 11,8 миллионов долларов в бюджет США, и никто никому никаких претензий не имеет. Где еще 13 миллионов долларов с грантов и где все деньги с продажи 300 тысяч акций компании, а это еще 15 миллионов долларов, не уточняется. И никто никаких проблем не видит. Дело замято. Замято. Все, порешали, пацаны? Да, молодец, да, мы так тоже, блядь, с Васильевичем как-то... Ну ладно, а ему уголовочку-то какую-нибудь там организовали, как нам? Морис Стронг — это старший советник Генсека Ассамблеи ООН, старший советник президента Всемирного банка, основатель ЮНЕП, директор Университета мира, руководитель программы ООН по оказанию помощи в голодной Африке и организатор саммита Земли. Уважаемый человек, какие наказания? Сами понимаете, не в России живет. Да гос, чё ты докопался? Ну нормальный же мужик, ну не без греха, ну что поделать. Зато вот этих тех дармоедов там собрал вот всю и заставил их работать хоть на саммите этом грецком. Да, согласен, молодец. Только на все договоренности саммита Земли весь мир клал болт с высокой колокольни. Коллективом прошу заметить. США подписала Киотский протокол, да. Но не стала его ратифицировать. Ратификация — это значит применение к исполнению. Ну, то есть, типа, подписав документ, США как бы пообещали, что они введут ограничения. Но потом посидели у себя в Конгрессе и подумали, что в жопу все эти договоренности. Канада вообще вышла из соглашения, а остальные страны как бы подписали, как бы ратифицировали. Но практически никто не парится за выполнение. А знаете почему? А потому что никакого наказания за невыполнение нет. Вообще никакого.
Просто пацаны вон посмотрят с осуждением. Все? Пальцем могут погрозить. Фактически, что такое соглашение по ограничениям выбросов? Вот давайте разберемся, что для каждой отдельно взятой страны они означают. Вы можете подумать, что просто нужно все везде контролировать теперь, чтобы заводы в реки там не срали, в воздух не гадили. Ну, нет, не совсем. Самое важное тут, что любые ограничения означают замедление развития экономики, так как нужно переделать предприятия, какие-то из них нужно вообще закрывать, что-то строить с нуля. Короче, затраты. А любые затраты направлены не на извлечение дополнительной прибыли, а на какую-то стороннюю фигню, это тормоза развития экономики. Вот, грубо говоря, представьте, что вы владелец предприятия. Вы его построили, запустили производственную линию, и компания стала зарабатывать деньги. Куда? Логичнее всего потратить эти средства. Само собой, логично потратиться на постройку еще одной производственной линии. Ну, там, либо на закупку дополнительного оборудования для новой продукции. Либо расширить штат, либо купить новое здание. Короче, вложить куда-нибудь, что даст вам дополнительный поток денег. Чтобы потом снова продолжить расширение. И так до бесконечности, по идее. Но что будет, если вы все деньги, которые зарабатываете, будете тратить на высадку кустов и деревьев на территории завода? Будет красиво и экологично, факт. Но такими темпами само предприятие долго не протянет, так как просто потеряет рынок, и его выжмут конкуренты. Если ты не развиваешься, то ты гибнешь. Это закон рыночной экономики. И вот, грубо говоря, с экономикой и ограничениями у стран ровно такая же фигня, только в масштабе страны. А ведь экономики у всех стран разные. И срут в атмосферу все по-разному. Например, США со своей развитой промышленностью за 100 лет работы всех предприятий и заводов насрали в атмосферу намного больше, чем, например, Индия, у которой бурное развитие экономики и производства началось относительно недавно. И вот как такое зарешать? Одинаково ограничивать США и Индию неправильно, так как неравные условия развития получаются. Индия еще не успела столько навыбрасывать, а по шапке получает так же, как США. При таком раскладе получается, что развивающиеся страны никогда не догонят развитые. А это неправильно, это дискриминация. И вот до чего додумались ВОН. У всех стран темп снижения выбросов разный. Развитые страны, которые уже хорошенько так нагадили в атмосферу, там, по типу США и Европы, должны уже вот сейчас быстро, резко снижать выбросы. А развивающимся странам, по типу Индии, Китая, России и других, которые еще не успели так сильно нагадить, разрешается снижать выбросы помедленнее. А если ввести штрафы, то вполне возможна такая ситуация, что экономика, у которой есть деньги, будет все равно срать в экологию, просто оплачивать штраф. А развивающаяся экономика себе такого позволить не сможет. И это снова бы пахло дискриминацией целой страны. Поэтому все ограничения условно добровольные. И самый кекис в том, что даже если ты воспримешь эту миссию ответственно и вот прям будешь действовать строго по нормам, ты все равно можешь вылезти за границу нормы выбросов. Ты можешь купить дополнительный пакет на выброс у другой страны, которая не полностью израсходовала свою квоту. Я не шучу. Нормы по выбросам сейчас — это предмет торговли. Хочешь выглядеть хорошо в глазах ООН, но при этом не тормозить экономику? Купи дополнительный пакет и будешь лапочкой. Короче, денег заплати. И хоть белых медведей по утрам отстреливай, нам без разницы. Ну вы в Гейропе-то в этой, они там хотя бы о своих-то заботятся. Ставят там у себя все электрическое, эти пропеллеры карлсоновские, вот атомные станции у себя. Молодцы же, хоть и пидор. Да, только они это делают, начиная с нефтяного кризиса, когда страны ОПЕК им руки выкрутили. Помните про 73-й год? Это помешательство у всех стран Европы на зеленой энергии началось оттуда, а не от ООН с его ограничениями. У Евросоюза нет своей нефти, своего газа и любого другого ископаемого топлива в достаточном объеме, чтобы нормально и безопасно существовать. И если им продолжать сидеть на ископаемом топливе, то они будут очень зависимы от стран ОПЕК и России, которая в Европу поставляет газ, например. А само собой, такая позиция, как им кверху, Евросоюзу не нравится. И они не хотят зависеть от экспортеров нефти и газа. А даже если страны ОПЕК и Россия будут котиками-лапочками, которые не будут выкручивать руки Евросоюзу, ископаемые им все равно невыгодны,
Когда существует какой-то ограниченный ресурс, он всегда будет неумолимо дорожать со временем, так как его будет становиться все меньше и меньше. Вот вам график стоимости нефти. Вот вам график стоимости газа, золота, серебра, платины. Откройте график стоимости любого другого конечного ресурса, и вы увидите там точно такую же картину. Евросоюзу в перспективе станет очень дорого жить на ископаемых. Они своей экономикой этого просто не потянут. И вы видели цену на топливо в Евросоюзе? Оно там такое не от того, что все так кучеряво живут. Оно просто стоит дорого и будет становиться еще дороже. И в любой момент страна-поставщик тебе может выкрутить руки, подняв тариф или отказавшись от поставок. А у тебя народ помрет от холода и голода. Че ты такой негативный-то? Ну, есть же точно что-нибудь. Вот этот Эдмунд, Маски, вот этот, который стал губернатором, там, свинец прижал, вот, но нормальный же мужик. Эдмунд Маски был членом Демократической партии. А к моменту, когда на политической арене появился Маски, страной правили республиканцы. А родной штат Мэн вообще был республиканским до мозга костей. Единственным способом победить очень сильную партию власти на выборах – это сыграть на недовольстве людей и пообещать людям решение их проблем. А люди тогда переживали за экологию. Вот на этом и играл Маски. А когда партия увидела, что у одного локального кандидата сыграла ставка на экологию, и он получил кресло губернатора в штате, где у него не было поддержки, они начали толкать такую же повестку по всей стране и поддерживать риторику Маски. Потому что люди надеялись и были готовы голосовать за того, кто займется их проблемами с экологией. А политики — это те люди, которые играют на чувствах и доверии людей. Все без исключения. Настоящая проблема, которой занимался Эдмунд, это старение работоспособного населения. Люди, которые были рождены в жирные 1910-е и 20-е, уже были слишком близко к пенсии, и совсем скоро они бы стали расходной частью бюджета. А молодых людей, рожденных в 30-е и в 40-е, было физически мало, так как 30-е — это Великая депрессия в Штатах, там людям не до детей было. А 40-е, ну вы сами понимаете. И если бы это и без того малая прослойка граждан стала бы еще и массово помирать из-за экологической обстановки, то экономика вообще бы схлопнулась. У тебя одни пенсионеры на балансе, а работать некому. И ты же не выйдешь к людям с тем, что «Пацаны, тут такое дело, мне надо как-то придумать, чтобы мы на вас еще немножко протянули, чтобы можно было на вас нормально заработать для бюджета, пока растет новое поколение. Поэтому давайте мы вам сейчас условия жизни и труда сделаем чуть-чуть получше. Вы только кони не двигайте, пожалуйста. Нам еще нужны ваши налоги. Люди тебя на вилы поднимут, если им такое сказать. Поэтому экология и забота о будущих поколениях. Свинец! По той же логике. Окончательно отменили только в тот момент, когда появились исследования, что новое поколение, которое росло при свинце, обладает более низким IQ, чем предыдущее. А тупые граждане — это повышенная агрессия, это повышенный уровень преступности, что за собой тащит дополнительные расходы из бюджета. И зарабатывать эти люди нормально не смогут, они ж тупые. Поэтому несколько миллиардов долларов прямо сейчас от свинца стали все-таки менее выгодны, чем еще одно потерянное поколение. И по этой же логике на первые смерти на заводе этил никто не обращал внимания, даже в правительстве. Несколько десятков смертей и новоиспеченных клиентов психбольниц — это разумная плата за миллиарды долларов для экономики и за тысячи рабочих мест. Это даже очень разумная плата. Паттерсон, да. Человек, который действительно искренне переживал за здоровье людей. Но двигала им не святая праведность, а его безмерное чувство вины перед человечеством, которое сжирало его изнутри из-за того, что он имел отношение к ядерной бомбе, которую скинули на Японию. Что у нас осталось? Сухой закон? Сами догадайтесь. Вспоминайте все праведные речи святых отцов, активистов, что Америка погрязла в пьянстве, и время очистится. Чьих дело? Кто тут главный выгодоприобретатель? Стандарт Ойл, верно?
Рокфеллер был открытым спонсором всего антиалкогольного движения, мотивируя это тем, что он праведный человек и верит в Бога. Все такое. Он в открытую переводил благотворительные взносы антисалунному движению и всячески поощрял их. Плюс он постоянно посещал проповеди святых отцов, которые поддерживали сухой закон, и подолгу с ними общался. И говорил, что они делают праведное дело во благо всей страны. Насколько истинной была вера Рокфеллера в Бога и трезвость, я судить не стану. Но вот вера в доллар у этого человека была всегда. А спирт и вся алкогольная продукция – это главный конкурент Standard Oil в то время. Помните, я говорил, что спирт был альтернативой? Вот эту альтернативу Рокфеллер и убил сухим законом. При его уровне влияния и возможностей, вспоминаем вот эту карикатуру Удо Кеплера, дать практически неограниченные финансы для движения активистов, а потом продавить закон через административные рычаги – задача вполне выполнимая. Вообще, когда ты произносишь вслух фамилию Рокфеллер, тут же вместе с ней выезжает целый вагон теорий заговора, масонов, рептилоидов, вот этого говна. Мне на эти фантазии пофиг. Я всегда смотрю на то, что люди конкретно делают. И вот в 10-е годы, когда антисалудное движение набирало обороты, Рокфеллер со всей своей семьей открыто рассказывали, что они спонсируют активистов. Но про то, что они собираются убить конкурентов по топливу для автомобилей, об этом они молчали. А знаете, что сейчас делают фонды семьи Рокфеллера? Они все вкладываются в разработку альтернативных источников энергии всеми возможными способами. И довольны, рассказывают об этом на каждом углу. Например, совсем недавно представители фонда семьи Рокфеллеров вышли с заявлением, что они выводят свои средства из компаний, которые занимаются добычей ископаемых, и переводят средства в разработку альтернативы. И естественно, все это подавалось под соусом, что мы спасаем планету от ужасных углеводородов. Но на умные вопросы от умных людей в узкой публике представители ответили, что им просто уже невыгодно держать свои средства в этой отрасли. А альтернативные источники — это новая, если можно так сказать, хайповая ниша, и в перспективе там просто можно больше заработать. А если при этом еще можно напустить себе ауру благородности, то, конечно же, вообще шикос. А знаете, кто еще очень активно вкладывается в альтернативу? Страны ОПЕК. Шейхи сейчас все свободные средства грузят в разработку новых источников энергии. И вы серьезно думаете, что ребята очень сильно переживают за какой-то кусок льда с пингвинами? Standard Oil – это компания, которая появилась 150 лет назад из маленького заводика в Зажопье, а потом разрослась до мирового гиганта с колоссальным влиянием. А ОПЕК – это люди, которые еще 80-90 лет назад сидели в пустыне с голой жопой верхом на верблюде. А теперь все мировые элиты с ними общаются на равных. И когда ты поднялся из говна и дебри к мировому уровню влияния, захочешь ли ты эту власть терять? Конечно же нет. А так как отказ от углеродов – это вопрос уже решенный, просто дело времени, то власть поставщиков и стран-экспортеров – это тоже вопрос времени. По крайней мере, если они ничего не будут с этим делать. Поэтому сейчас все, сломя голову, ринулись в альтернативу, так как первый, кто ворвется в эту нишу, обеспечит себе доминирование в ней и будет править миром. Но об этом никто говорить не будет. Точно так же, как и в начале 20 века никто не говорил о том, что сухой закон – это просто устранение конкурента с рынка. Когда антисалунное движение набирало обороты, Рокфеллер и вся нефтянка орали на каждом углу, что алкоголь убивает нацию и наши будущие поколения. Но делали они это не из-за праведности, а из-за выгоды. Им нужен был рынок топлива, и спирт нужно было из него убирать. Замените в формулировках 20-х годов 20 века спирт на углеродный след и глобальное потепление, и вы получите те же самые формулировки. И как тогда со спиртом воевали из-за рынка сбыта, так и сейчас с углеводородами воюют из-за рынка сбыта. И делают это те же самые люди.
И жизнь очень ироничная штука. Порой ты смотришь на события, которые происходили, смотришь на их причины, на их последствия, и начинаешь гомерически смеяться. Потому что сухой закон, который власти вместе с церковью проталкивали ради того, чтобы Америка очистилась и встала на праведный путь, привел к тому, что в стране появилась сильная и знаменитая на весь мир американская мафия. Появился черный рынок алкоголя, появилось очень много денег в руках у преступников и в разы повысился уровень коррупции, так как всем подпольным барам нужна была крыша. А ситуация с алкоголем под конец действия закона была сильно хуже, чем в момент его принятия. Американцы по итогу пили еще больше. И единственный, кто оказался в дамках, это Standard Oil, ну и сети АЗС и автомобильная промышленность, которые росли как на дрожжах. После отмены закона у Рокфеллера брали интервью, в котором он говорил, что сожалеет о том, что принимал участие в создании сухого закона и приносил свои извинения гражданам. В целом, одно грустное интервью — не такая уж большая плата за завоевание рынка. А когда я разрыл следующий факт, я такой: «Да ну нахер!» Знаете, кто был одним из самых влиятельных представителей компании бывшего Standard Oil в мировой политике и представителем интересов семьи? Морис Стронг. Он в молодости занимался нефтью. Сначала участвовал в торговых сделках на бирже, учился, ну и в целом там изучал мир нефти. Он познакомился с менеджерами Standard Oil, и они протащили его в ООН в качестве волонтера просто для того, чтобы он там налаживал связи и знакомства. В ООН он знакомится с главным казначеем Ноа Мона, а он его, собственно, познакомил с Дэвидом Рокфеллером, внуком Джонни. Моррис сам об этом рассказывал, если что. И параллельно с ООН Стронг работал помощником Джека Галлахера, руководителя компании Standard Oil в Канаде. Потом Стронг работал в Африке для миссии ООН по гуманитарной помощи региону, там, с такой фигней. И одновременно с этим он управлял подразделением Caltex, дочкой Standard Oil в Африке. Когда Моррис проводил слияние AZL Resources, вместе с ним в правлении тогда были менеджеры Standard Oil, а компания Tosca, которая купила AZL, это тоже бывший Standard Oil Огайо, к которому присоединили железодобывающий комбинат. Куда ни плюнь в нефтедобывающей индустрии, ты всегда наткнешься на Standard Oil. А для саммита ООН в 72 году, когда был создан UNEP, программа по экологии, вот эта вся херня, речь для выступления Моррису писала пиар-служба Стандарта. А штаб-квартира UNEP, вот этой вот программы ООН по спасению экологии, была организована в городе Найроби, в котором находится офис Caltex от Стандарта. Есть еще вопросы, почему так много судебных дел и так мало наказаний? Вот и у меня нет. Скажу вам последний забавный факт про отца мировой экологии и отстану от него. Хер с ним. Стронг умер совсем вот недавно, несколько лет назад. Хоронили его, само собой, как отца мирового экологического движения, как самого праведного человека по борьбе за нашу матушку природу. Угадайте, что после себя оставил вот этот человек, помимо состояния, само собой? Он оставил для своего сына эко-отель, который построен в заповедной зоне в Коста-Рике, где запрещено строительство и вырубка леса. Вырубать заповедник и вести там строительство нельзя. Но если ты эколог, тем более такой уважаемый, то так и быть, ты ж хороший. Но давайте вернемся, собственно, к автомобилям. На 4-м часу-то повествования, в самое время. Так как все-таки принята к исполнению стратегия нулевых выбросов, у нас отнимают ДВС. Во благо экологии. Все в курсе? Допустим. Но что нам предлагается взамен? Пока что есть два стула. Первый — это электромобили просто на батарейках, которые надо заряжать от розетки. Или водородные автомобили на топливных элементах. Водородные автомобили — это тачки с таким химическим генератором, который работает на сжиженном водороде и вырабатывает электричество. Электричество поступает в батарейки, которые питают электромоторы, и тачка едет.
Для пользователя они будут очень похожи на обычные автомобили. Заправил водородом и поехал. Для начала давайте посмотрим на то, как вырабатывается энергия у нас в мире. Вот статистика на сегодняшний день, где мы видим, что 85% энергии до сих пор получают за счет сжигания углеводородов. При этом не путайте электроэнергию и энергию. Это разные вещи. Электроэнергия — это то, что у вас в розетке, а энергия — это все, что так или иначе движется в принципе во всем мире. Если брать только электроэнергию, которая является составляющей части всей энергии, то там ситуация отличается недраматически. На сегодняшний день 63,3% от общей электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемых, преимущественно угля. А в 2000 году этот процент был 64,8. За 21 год доля упала ровно на 1,5%. Стахановскими темпами идем к озеленению. Ага. Но представим, что это решаемо. Разовьют технологии ветряков, солнечных батарей, настроят побольше гидроэлектростанций, атомных станций. Окей, допустим. И также допустим, что нам везде протащат провода, и розеток будет на каждом углу, и вы везде сможете поставить заряжаться свою электродудку. Вот в такой вот розовый мир давайте перенесемся и подумаем, что мы нахуй будем в нем делать с батарейками. Для начала давайте немного накинем, что такое аккумулятор. В зависимости от типа конструкции, там внутри может находиться много интересного. Например, аккумулятор, который стоит у вас под капотом бензинового автомобиля, как правило, свинцово-кислотный. То есть, нехитрыми интеллектуальными упражнениями мы с вами можем понять, что там внутри свинец, диоксид свинца и раствор серной кислоты. Очень экологичные ребята. Особенно весело смотреть на то, как ребята в Индии занимаются мертвыми аккумуляторами. Но это же индусы, они ж не люди. Главное, чтобы в Европе вот так кислоту никуда не сливали. Но бог с ним, со свинцово-кислотными аккумуляторами. Ведь когда отменят ДВС, их точно так же перестанут производить. Фиг с ним. Нам тут интересны литий-ионные аккумуляторы, так как именно они ставятся во все электрокары, и вообще на них работает современное все. Гаджеты, носимая электроника и вообще все, что может работать автономно. Само собой, основной элемент в такой батарейке — это литий. Фактически, в современном мире литий — это новая нефть. Объем спроса и использование лития в последние 30 лет растет по экспоненте. Первый литий-ионный аккумулятор появился в 1991 году, и с того времени никому нафиг не нужный литий превратился в один из самых востребованных элементов для современной экономики. А еще на литий молятся все озабоченные, кто хочет избавить мир от этих ужасных углеводородов, которые достаются из недр нашей святой матушки Земли. Откуда, блядь, берется литий? Из космоса, конечно, прилетает к нам на экологичном космическом корабле будущего и сгружается в девственные леса. Угу. Это сарказм, если вы вдруг не поняли, чуткие мои. Литий добывают либо из породы, обогащенной литием, либо из солончаков, в рассоле которых тоже дофига лития. И самая масштабная добыча лития, например, развернута в Чили и в странах Африки. Для того, чтобы добыть одну тонну лития, как вы думаете, какое количество породы нужно перелопатить? 10 тонн? 50 тонн? Да-да. Для того, чтобы получить одну тонну лития, всего лишь одну, вам потребуется 250 тонн породы. Или, если добыча идет на солончаке, то надо переработать 750 тонн солевого раствора, чтобы вытащить одну тонну лития. При этом литий от примесей можно очистить только химическим путем. А это значит, что породу и солевой раствор после того, как из него достали литий, больше никак использовать нельзя. И это все просто выкидывают. Когда где-то случайно разливают нефть, то это экологическая катастрофа. А когда кто-то где-то выливает тонны отработанного химического рассола после отделения лития, это праведные отходы во благо экологии. Не путайте. А еще технологический процесс такой, что для одной тонны лития нужно испарить 1900 тонн пресной воды. А знаете, кому бы пригодилась пресная вода? Жителям Чили! Фермеры в Чили вынуждены ввозить воду из других стран для своих полей, так как вся вода уходит, блять, на литий.
И чуть что идет не так, засуха там какая-нибудь небольшая или еще что, население Чили тут же остается без еды и воды. И это я еще не говорю про тонны СО2, которые выделяются при получении лития. Но на всю замечательную и зеленую Европушку это никак не повлияет. Добыча же лития идет не в Европе. Ну и пусть себе эти плебеи там у себя и расхлебывают последствия производств. А мы будем с праведным лицом и значком эко на холодильнике жить экологичной жизнью. Помимо лития, в аккумуляторах есть еще и кобальт, который как металл более редкий, и практически весь кобальт на планете добывается в Конго. Это вот такая бедная страна в Африке с нестабильной властью, экономикой и законами. Кобальт — это одна из основных штук, за счет которой живет страна, и он добывается в шахтах. А знаете, кто добывает кобальт в этих шахтах? Дети. Ну, в смысле, взрослые там тоже есть, воспитателей все-таки никто не отменял. Но в том числе, там есть дети. Кобальт, как литий, активно добывается примерно 30 лет. И раньше в шахтах реально использовали детский труд. Угадайте, что изменилось за 30 лет добычи кобальта в Конго? Ничего! Детей только новых нарожали, а то старые поизносились немного, и все. ООН там что-то иногда пытается протестовать против детского труда, но Конго всем отвечает: вам кобальт нужен? Нужен. Ну вот и покупайте, а детей наших оставьте в покое. Им завтра на работу еще идти. Тонны переработанной и выкинутой на улицу породы, перебои с едой и питьем, детский труд и адские условия труда — это же все где-то там. Это же не у нас. Не в Европе. У нас вот тут дизельный Пассат. Вот это реальная проблема. Посмотрите, какая жуть. У-у-у. А детей-то новых нарожаем. Ну, в смысле, эти там у себя нарожают. А мы тут об экологии будем думать. Но производство лития и кобальта — это полбеды. Все слышали такую штуку, что выкинутая батарейка отравляет сколько-то там метров земли. Кубических метров земли, я имею в виду. И да, действительно. Если просто выкинуть батарейку, то из-за химических элементов внутри она будет отравлять землю, отравлять грунтовые воды и вообще убивать вокруг себя все живое. Это правда. И вот у меня вопрос в связи с этим. А что нам делать с батарейками? Правильный ответ. Утилизировать. Да, верно. Все же видели такие контейнеры, куда озабоченные люди специально собирают батарейки, чтобы отдать их на правильную утилизацию. Знаете, какой процент батареек сегодня утилизируется от общего количества в мире? Не в России, в мире. Вот в том мире с активистами, феминистками, ЛГБТ-движением, вот с этими всеми ребятами. Сколько? 2/3? Ну, ладно, 2/3 это я махнул. Половина же, наверное, хотя бы. Было бы уже хорошо, если была бы половина. 5%! 5% блядских батареек проходит утилизацию. Остальное просто выкидывается на свалку или закапывается в землю. И не потому, что их никто не собирает, а потому, что их негде утилизировать. Ой, да куда ты коней погнал? Ты не понимаешь ничего. Вот сейчас батареек просто мало, поэтому и заводы не нужны. А когда их появится много, тогда и заводов тоже будет много. Все. Угу, да. Хорошо. А вы знаете, как утилизируют батарейки? Знаете? Их сжигают. Я не шучу. Их сжигают. Погоди, а выбросы, которые образуются при сжигании батареек, ядовитые же, наверное? Да, ядовитые. Угу. И да, всем похер. А батарейку еще полностью сжечь нельзя, кстати говоря. От нее много говна остается после сжигания. А что с ним делают? Догадаетесь? Закапывают в землю, да? Угу. Забота об экологии. Она такая. Пока что в мире нет нормальной технологии по утилизации батареек. Есть куча экспериментальных технологий, но они все дороги, и ни одна не показала нормального результата. Все вот сейчас находится примерно на уровне расплавленного металла, вот той технологии, на которой Стронг махинацию крутил. Сегодня существует два основных метода утилизации батареек. И оба не работают, если что. При первом, как я уже сказал, их просто сжигают. Такой метод называется пирометаллургический. При втором содержимое батареек растворяют в химикатах. Такой метод называется гидрометаллургический. Но ни то, ни другое не может быть использовано в промышленных масштабах. И сейчас объясню почему. Идея переработки же заключается в чем? Чтобы ты мог разобрать аккумулятор,
что-то там с ним сделать и получившиеся по итогу материалы снова пустить в производство новых аккумуляторов. Как с алюминиевыми банками, например. Банку измельчил, переплавил и запулил обратно в производство. Идеально. Но с алюминиевой банкой все так просто потому, что там только алюминий. И банка везде одинаковая. Разбирать ее не надо. Смолотил в пыль и сделал такую же. Все просто. С аккумулятором для электрокара ты сразу же упираешься в то, что перед утилизацией его надо хотя бы разобрать. Вот так выглядит такой аккумулятор. По сути, это большая монолитная фиговина из аккумуляторов поменьше. Как кирпичная стена состоит из кирпичей, так и большой автомобильный аккумулятор состоит из маленьких, которые между собой склеены специальным клеем для пущей прочности. И когда тебе нужно батарейку разобрать, это вот как сделать? Клей-то прочный, и у всех производителей он еще, сука, разный. У Теслы, например, вообще какой-то секретный сплав используется между аккумуляторными сотами. И когда у тебя все разное по размерам и прочности, такое разобрать можно только руками. И современные батарейки при утилизации разбирают руками. Человеческими, живыми руками. Можно ли получить химический ожог? Можно. Можно ли отравиться? Конечно, включено в рабочие условия. Роботизировать разборку нельзя, так как для робота нужна стандартизированная, одинаковая по всем параметрам батарейка. Робот не поймет, если батарейка будет чуть толще или чуть прочнее, или с другим клеем. Ему нужны тысячи одинаковых батареек для нормального процесса, а такого не может быть даже по идее, так как все автомобили разные. У всех разные места креплений, форма, емкость и так далее. Допустим, что руками маленького африканца или маленького китайца мы батарейку все-таки расковыряли. Что делать дальше? Чтобы материал после переработки можно было отправить на новое производство, нужно их отсортировать по кучкам и очистить от примесей, ничего не повредив в процессе. И вот тут главная проблема. Ни сжигание, ни химическая очистка и никакой другой современный метод не может вам дать нормального чистого сырья для производства. Грубо говоря, если вспоминать алюминиевые банки, то вот что было бы, если бы в сырье после переработки оставалось бы 10% какого-то левого говна. Само собой, у тебя бы этот материал никто не принял на производство, так как по технологическому процессу нужен алюминий и все тут. По-другому банку не сделать. А это значит, что тебе нужен еще какой-нибудь технологический процесс, чтобы отковырять эти 10% говна от алюминия и получить чистое сырье. Но любой дополнительный процесс — это расходы. А значит, и удорожание готового продукта. И по итогу у тебя алюминий после переработки стоил бы сильно дороже, чем просто обычный алюминий. И кто бы у тебя купил такой алюминий по двойной цене? Верно, никто. И вот такая херня и происходит с аккумуляторами. Все сырье, которое получается после переработки, мало того, что дороже, так оно еще и грязное. Ни кобальт, ни литий, ни другой ценный металл для производства не получается таким же чистым, как из карьера по его добыче. Да и из карьера он еще и дешевле. И нафига покупать переработанный? Верно? Незачем. А все уже на данный момент выпущенные батареи спроектированы так, что их невозможно переработать. Они все разные по размеру и по содержанию. Они все разные по составу и по конструкции. И не существует технологии по их утилизации и переработке, да и не может существовать. Для переработки все аккумуляторы должны быть абсолютно идентичны, рубль в рубль, как алюминиевая банка. Но такого не может быть в принципе из-за их сложности конструкции. Все современные литий-ионные аккумуляторы, которые уже существуют на планете и которые будут произведены в ближайшие 10-15 лет, будут либо сожжены и остатки закопаны в землю, либо просто закопаны в землю. Без вариантов. Единственный вариант — это взять какое-то количество человеческих рук и разобрать их на составляющие, а дальше все равно закапывать в землю. И производство таких аккумуляторов только набирает обороты под дружные аплодисменты зеленых активистов и хомячков, которые дальше своего носа ничего не видят. А знаете, что происходит с аккумулятором на свалке? Он отравляет землю, отравляет грунтовые воды и убивает растительность. Все содержимое аккумулятора — это химически активные и опасные вещества. И если просто их оставить в большом объеме в земле,
то всему живому на этом участке очень быстро кранты. И как только продажи электрокаров с неперерабатываемыми батарейками прыгнут вверх, через какое-то время все эти батарейки окажутся в земле. И это вопрос времени, к большому сожалению. И перейти с современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания со всеми их системами очистки выхлопных газов на электромобили – это примерно то же самое, что бросить курить, пересев на героин. И ученое сообщество во всю глотку кричит об этом. Но думаете, ученых кто-то слушает? Нет. Их слушают примерно так же, как ученых, которые когда-то изучали вред свинца в топливе. Я опять же вижу очень клевую иронию в том, что аккумулятор, который стоит под капотом вашего автомобиля сейчас, сделан из свинца. Литий-ионный аккумулятор ничуть, блядь, нахуй не полезнее. И фтор-углеродный тоже. Любой аккумулятор токсичен, и всем на это пофиг. Все наклеили на себя значок «Эко» и ходят гордые, что помогают планете. Основная идея всех ограничений и переживаний по поводу экологии звучит сейчас примерно следующим образом. Давайте подумаем о мире, где будут жить наши дети. Давайте сохраним природу для наших детей. И вот подобная популистская хермания. Реальная формулировка положения дел звучит следующим образом. Мы тут на наших поколениях уже наэкспериментировались со свинцом и выхлопами. Результат так себе. Поэтому давайте поставим эксперимент над нашими детьми и внуками с токсичными аккумуляторами. Мы вот тут сейчас примем решение, заработаем денег и политических очков, а результаты эксперимента разгребать все равно следующим поколениям. Вот пусть они там дальше думают, что делать с токсичными аккумуляторами по всей планете. Я вот к чему веду всю эту историю. От традиционного ДВС нам придется отказаться, это факт. Уже решенный, к сожалению. Но этот отказ продиктован не потому, что мишки или ледник там какой-то. Нефть и бензин – это не просто что-то, что мы заправляем в машину или смотрим на котировки по телеку. Это ресурс, очень важный, на котором держится вся современная экономика. И он важен потому, что стал выгодным. И не просто так, сам собой, а намеренно. Люди и Standard Oil увидели в нем потенциал и решили подсадить весь автомобильный мир на бензин, который потом они с улыбкой продавали всему миру. Так же, как и при создании тетраэтилсвинца, все органы защиты и государства были готовы мириться с несколькими десятками смертей на производство, так как GM и Standard Oil нужна была прибыль и обеспечение тысячи рабочих мест. Они ж не только себя кормили, а тысячи семей и в целом толкали экономику всей страны вперед. А когда на них обрушивались ученые с тем, что вся страна покрыта свинцом, юристы на заседаниях говорили, что лучше грязные деньги, чем пустой желудок. И тоже были в этом правы. И то, что мы с вами наблюдаем сегодня, это просто передел власти и ресурсов под видом того, что мы тут все пиздец какие зеленые и переживающие. Современная экология – это разменная монета, которую разыгрывают перед людьми, чтобы отключить им мозг. Идея, что надо страдать ради следующих поколений, это всегда тот аргумент, которым оправдывают любую херню и которую приводят только тогда, когда других аргументов нет. Вспомните любой диктаторский режим, вспомните любые чудовищные вещи, которые происходят в мире, и везде тогда людям говорили, что это ради будущего ваших детей, ради свободы и вот такой хуйни. Как я говорил в самом начале про керосин и ворвань, что от китов отстали только тогда, когда появилось более дешевое и удобное топливо. Точно так же и с экологией. Экология настоящая станет нужна всем и важна только в тот момент и только при том условии, что это будет очевидно выгодно. Здесь и сейчас, в денежном эквиваленте. Ведь даже человеческие смерти, какой бы ужасной трагедии не были сами по себе, интересуют государство и больших ребят только с той точки зрения, что человеческие смерти – это невыгодно. Каждый человек, который рожден в любой стране мира, требует затрат на себя. В каждого гражданина страна вкладывается обеспечением здравоохранения, образования, инфраструктурой и всего вокруг. Все, что вы так или иначе получили как гражданин бесплатно, роддом, садик, школу, университет, медицину, инфраструктуру и прочую херню, за это все государство заплатило из наших же с вами налогов. И это делается только лишь с тем расчетом,
что здоровый, образованный, трудоспособный гражданин будет работать и платить налоги. И мало того, что вернет вложенные в него инвестиции, так еще и принесет дивиденды, платя всю свою жизнь налоги. Так работает экономика. Государство печется о здоровье граждан не потому, что «Ой, типа, посмотрите, какой здоровый охолченый тут у нас вырос, дай тебя за щечку потреплю». Нет, потому что здоровый и образованный гражданин – это выгодно. Самое тупое, что может быть, это ты такой весь вложился в человека, помогал ему, оказывал всякие социальные услуги, а он взял и помер, сволочь. И деньги в трубу, и нового теперь растить еще 18 лет. И как бы цинично это ни звучало, но у всего есть цена. И у производств, и у экологических катастроф, и у каждого из нас с вами. На каждом из нас висит ценник. Просто мы этого не видим. И вот какой тип автомобиля будет выгоден вот этим зеленым? На том мы с вами и будем ездить. Не на том, что удобно, что правильно из-за экологии. И что хорошо для белых мишек, а на том, что выгодно. А вот для этих зеленых ДВС уже не выгоден. В том мире, где принимаются решения, где действительно решаются глобальные вопросы, логика одна – деньги. И в этой логике нет сострадания к кашлящему шахтерскому городу. В этой логике нет переживаний из-за редкой гусеницы или из-за количества снега в том или ином месте планеты. Только сухой расчет в тупой денежной массе. И вот эти зеленые ребята заберут у нас урчание мотора. Его звук, вибрации и все такое. Двигатель внутреннего сгорания, который какие-то 100 лет назад взрывал экономики и обеспечивал прибыль, сейчас уже не так выгоден. И он сам по себе в этом не виноват. Причина в глобальной энергетике, которая хочет отказаться от ископаемых ресурсов во имя денег. А экология, тающий сугроб на Антарктиде и подросток с синдромом Аспергера на сцене – это ширма, которую вам показывают. И чем сильнее вам будут давить на ваши эмоции, тем больше вы будете верить в эту ширму. А за этой ширмой – рычаги давления, политика, власть и деньги. Впрочем, как и всегда. И поэтому электрокары идут нахуй. Не как автомобили, а как продукт политического передела власти. И как что-то, что поможет нам решить проблемы с экологией. Они ничего не решат, а возможно, сделают только хуже. Но с этими последствиями вместо нас будут разбираться уже наши дети, которых никто ни о чем не спрашивал. Переварите все это. А я, с вашего разрешения, откланяюсь. И пойду дожгу свой бак бензина. Пока мне все еще можно.
Нам пиздец.